chers amis de l'IFEAC, bonjour, chers invités de la conférence radicalisation vue par la société. Bonjour à tous. Donc nous avons décidé de faire une session de conclusion. J'appelle ça after. En russe. Voilà, donc pour que chacun puisse s'exprimer sur la conclusion, et puis pour aussi ceux qui n'étaient pas là hier, donc hier avant-hier. Bonjour, Oscar, merci. Yes, Lola, Rosé, Noémie. Très bien, et donc. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья ИФИАК, дорогие приглашенные участники конференции по радикализации глазами общества. Здравствуйте все. Значит, мы решили организовать эту заключительную сессию для того, чтобы каждый мог высказаться, высказать свои идеи не только по поводу того, как проходила конференция, но и, может быть, поделиться своим мнением, особенно с теми, кто на ней не присутствовал. Вот, j'ai décidé, juste pour commencer, puisque d'habitude on donne la parole à une seule personne qui fait une présentation, là c'est un format un peu original, donc j'ai décidé du coup de demander d'abord à chacun des intervenants ce qu'il a, pas ce qu'il a pensé, parce que blablabla c'était bien, merci les co-organisateurs, pas tout ça, mais vraiment ce qu'il a personnellement retiré des échanges, parce que c'était échange d'expérience, et ce qu'il y a eu, échange d'expérience, c'est ça qui m'intéresse d'abord, voilà. Et on va commencer par Racine. Прежде всего, уважаемые дамы и господа, обычно мы начинаем такие заключительные сессии с того, что выступает один человек. Но сегодня бы я хотел немного изменить формат и попросить каждого из вас рассказать о том, что он почувствовал, да, взял для себя, извлек из этой конференции. Не в плане того, что вот все классно было организовано, вот так все замечательно и так далее, но именно в аспекте того, какой опыт он извлек именно для себя. И мы начнем с... Расим. Расим, да. Представьте себя, потому что есть люди, которые не знают. Да, меня зовут Расим Чилидзе, я являюсь теологом, доктором наук. Также занимаюсь, специализируюсь на религиозных течениях, на религиозно-идеологических течениях. В частности, период классики, средневековья и современные течения. Сейчас только подошел, сразу вопрос. Кстати, надо было с ним поменяться. Он же предлагал. Да, действительно, мероприятие, как бы там ни было, как бы Катрин не хотела бы услышать, что там победные какие-то слова. Но я действительно скажу, что мероприятие прошло очень хорошо. И тематика мероприятия действительно она говорил о том, что сегодня проблема радикализма, она очень насущна, но понятие радикализма... Надо остановиться. Окей. Ничего, если нужно закончить. Добрый день всем, меня зовут Расим Чилидзе. Знаете, что это значит? Я скоро буду говорить на французском. Alors, je m'appelle Racine Chilidze, je suis théologue, je suis docteur en sciences, je m'occupe normalement des religions, des idéologies, des courants religieux différents, surtout dans l'aspect classique, les courants nouveaux, les courants classiques et les courants médiévaux. C'est tout ce qui m'intéresse. Même si Catherine ne voulait pas entendre des grands mots concernant, voilà, c'était très très bien organisé, je devrais
même dire que c'était vraiment très très bien organisé. Voilà. Et le sujet que nous avons abordé, la thématique de radicalisation, est vraiment actuelle pour aujourd'hui. Non, вся речь о радикализации общины, радикализации адептов. Но мы не дали все-таки хотя бы какое-то такое определение, что значит такой радикализм. Потому что я даже в своем докладе говорил о том, то, что радикализм может проявляться во всех сферах. Жизнедеятельность человека. Радикализм может быть нужен женой проявиться. Да, но что это такое? Это, если посмотреть этимологию, там, происхождение этого слова, или же там общие какие-то там определения о том, что это якобы некая бескомпромиссная какая-то приверженность идеи некоторым, да? Но, а что значит религиозный радикализм? Это некий ответ на те вызовы, которые происходят, и человек радикализируется. И каким образом происходит вообще эта самополитизация вот этих проявлений, или же, скажем так, внутренних процессов в человеке. Почему? Потому что радикализм, это больше всего, я думаю, что это внутренний процесс. Потом происходит некая этапность перехода в экстремизм, а потом экстремизм переходит в действие, как терроризм и так далее. Вот я бы хотел бы действительно остановиться бы на этом моменте. Il est vrai que nous avons abordé les différents aspects de radicalisation. On a vraiment parlé des adeptes, des différents courants radicaux. On a parlé de la problématique de radicalisation dans différentes communautés, même de la société. Mais par contre, on n'a pas réussi à trouver une définition exacte de ce phénomène, même si nous pouvons retrouver ce phénomène dans la vie de tous les jours, on peut même retrouver la radicalisation entre hommes et femmes, entre époux et épouses. On ne peut pas donner quand même une définition très précise qui serait bien perçue partout et bien comprise par toutes les personnes concernées. Mais si on va dans l'étymologie de ce mot, l'étymologie de radicalisme, c'est plutôt l'adhérence à une idée. C'est la manière de suivre une idée, de s'exprimer. Et le radicalisme religieux, c'est à mon avis une réponse aux défis qui surgissent devant la société, devant un individu. Et c'est un processus permanent qui se transforme d'une étape à l'autre. D'abord, c'est un radicalisme qui peut devenir à un moment donné un extrémisme. Puis, une étape suivante porte sur les actions, les actes concrets, et notamment l'étape finale, c'est le terrorisme. Et в продолжении также еще хотелось бы подметить, что проявление радикализма происходит уровень радикализма зависит ли от ментальности, от этнического происхождения того или иного человека, допустим. Насколько среда становления его таковым, допустим, является более, скажем так, прецедентом для проявления этих качеств. То есть, допустим, человек из Центральной Азии, радикал, да, и человек, представитель, допустим, из Европы, радикал. Какая между ними разница? Существуют ли какие-то там параллели? Или же все-таки уровень радикализма у того и у другого, допустим, может быть разный. Вот такие вот моменты, хотелось бы, конечно, о них поговорить. И как вы считаете? Сами. Pour suivre mon idée, donc le radicalisme peut avoir différents niveaux et différents degrés de radicalisation. Bien sûr que la radicalisation de l'individu dépend de sa mentalité, de ses origines ethniques, des moyens qu'il utilise pour devenir radical. Et donc, ces moyens, c'est une sorte d'antécédent, voilà, qui influe sur, ou qui impacte sur son niveau, son degré de radicalisation. Si on,
Si on compare par exemple un radical d'origine de l'Asie centrale, il a ses propres caractéristiques. Et il y a des radicaux originaires de l'Europe qui ont leurs propres caractéristiques à eux. Mais ce que je voudrais savoir, c'est la différence entre les uns et les autres. On n'a pas réussi à discuter sur ce sujet, et donc je voudrais bien savoir votre opinion là-dessus. Quelle serait la différence entre les deux types de radicaux? Voilà. Конференции через год. Так что мы и подумаем. Мы вам перейдем дом за ног, он вам continue. Можно? Да, и еще, знаете, я просто скажу, что просто завершу свой комментарий. О том, то, что, да, еще вот надо было мне вот первым посадить. Не знаю. Да. Конечно, первая причина — это отсутствие религиозной культуры. Вот и все. Et la première raison qui pousse des gens à devenir radicaux, c'est le manque de la culture religieuse. Можно вас отвечать на вопрос brièvement pour qu'on ait temps de vivre. Mais je fais mon truc, quoi. Après, oui, c'est bon, t'inquiète. Vas-y. Bon, donc... Présente-toi d'abord. Voilà, donc au Sénat, je suis journaliste, donc je ne trouve pas d'intérêt à cela. Et... Attends, il a traduit. Je suis journaliste à l'agence France 24 et France 24. Je travaille dans d'autres langues. Я вот недавно выпустил, опубликовал книгу «Исламское государство. Свершившийся факт». Это результат трехлетней работы. Работа заключалась в том, что я проводил опрос, я встречался с различными представителями джихадистских движений, даже с теми джихадистами, которые находились в тюрьмах. Нет, наоборот, особенно они свободные. Они никогда в тюрьме. Простите. Но. Саботаж. C'est la fin de ma carrière. Bon. Donc voilà, c'est des années de travail, des centaines d'heures d'interviews, que ce soit via des réseaux, via des intermédiaires ou des face-à-face, donc avec des djihadistes de l'État islamique ou d'Al-Qaïda, qui m'ont permis d'écrire ce livre, de produire un film avec l'agence Kappa, qui a été dans les quatre finalistes Emmy Awards 2017, qui est axé sur la propagande donc, de l'État islamique, avec un volet assez intéressant sur la représentation du musulman ou de l'arabe dans le cinéma américain depuis ses débuts. Donc c'est, il explique beaucoup de choses, comment les uns et les autres se sont inspirés, les djihadistes se sont inspirés de Hollywood, et aujourd'hui Hollywood va s'inspirer des djihadistes. Речь идет о сотнях интервью, которые мы провели с такими людьми. И эти интервью, результат нашей работы, благодаря тому, что мы используем посредников, помогавших нам проводить такие интервью с такими ключевыми людьми. Это представители как Аль-Каиды, так и различных других джихадистских течений. И я должен сказать, что мы подготовили фильм. Фильм этот выпустило агентство Каппа. И фильм стал финалистом среди других четырех фильмов. В 2017 году, рассказывающий о пропаганде исламского государства. И рассказывающий о том, как исламское государство и джихадистские течения используют различные аудио и медиасредства для ведения своих пропагандистских идей. Okay. Donc, qu'est-ce que j'ai retenu de cet événement? Ben, ça m'a conforté dans deux idées que j'avais déjà. C'est que il y a effectivement dans le monde, et dans le monde musulman en particulier, un retour à la religion. Donc un retour à la religion qui s'explique par des facteurs toujours propres au pays concerné, mais avec des grandes similitudes, vu qu'on est dans un monde aujourd'hui globalisé. Et donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas tout mélanger. Je donne souvent cette comparaison. Au début du siècle dernier, on parlait des rouges pour parler
des communistes, mais les communistes et les rouges, il y en avait plein. Les socialistes, les sociodémocrates, les trotskistes, et Pol Pot et Staline. И что, что для себя лично извлек, работая над этой проблематикой, именно при подготовке этого фильма, это две конференции, это и беседы с людьми, это возвращение к религии. Фактор, который заставляет людей возвращаться к религии. Несмотря на то, что есть у каждой страны, тех, которые бы мы не взяли, есть свои особенности, почему люди возвращаются опять к религии, к истокам. Но есть и одинаковые, есть схожести, потому что мы живем в глобализированном мире. И если, чтобы сравнить, раньше, например, много было красных, много было социалистов, коммунистов, демократов, троцкистов, многие говорили. Это было практически чуть ли не в каждой, во многих странах мира. То есть и люди имели общую идею, которая их заставляла быть вместе. Вот примерно такое же происходит и в случае с теми людьми, которые хотят вернуться к религии. Donc, il faut savoir gérer ce retour à la religiosité, parce qu'en même temps, toutes les frustrations ou les violences que ça peut générer peuvent amener à des actions donc politiques violentes, en l'occurrence le djihad armé. Et on voit ça aujourd'hui dans plusieurs coins du monde où plusieurs groupes qui avaient des aspirations plutôt nationalistes sont devenus islamiques puis djihadistes. J'ai donné hier l'exemple par exemple des Philippines où le combat était au début nationaliste puis islamiste puis c'est Abu Sayyaf puis Al-Qaïda, aujourd'hui c'est l'État islamique. Il y a d'autres exemples par exemple pour le Sahel où aujourd'hui on voit que, par exemple, des populations qui n'étaient pas du tout concernées par le djihad le sont, comme par exemple le peuple. Donc pourquoi? Parce qu'à chaque endroit, il y a des dynamiques, des problématiques locales sur lesquelles les djihadistes capitalisent. То есть это вот первое, что я хотел сказать, это возвращение к религиозности. Я хотел бы сказать, что в определенном этапе вот это вот люди начинают толкать к проявлению жестокости, толкает им для того, чтобы они совершали акты политической жестокости, политического проявления силы. Я не говорю только о вооруженном джихадизме. Изначально люди могут быть националистами. Потом они становятся исламистами, потом они становятся джихадистами. Вчера я, например, говорил о Филиппинах. Человек сначала был националистом, потом стал джихадистом. Или вот потом в конечном итоге он стал членом исламского государства, то есть боевиком исламского государства. Или пример Израиля, который я тоже приводил. Сахель. Например, в Африке, когда вот именно объясняющий то, что человек, например, стал джихадистом, и что его подтолкнуло к тому, чтобы проводить воинственный джихадизм. Donc ce qui va m'amener petit à petit à répondre à la question de mon collègue, c'est ce que j'ai dit aussi hier, c'est que au siècle dernier, tous ces gens-là, ou beaucoup de ces gens-là, se seraient battus sous une autre manière que celle du djihad. Et il faut essayer de comprendre que, c'est-à-dire une idéologie... sans problèmes réels sur lesquels se greffer, elle reste dans les livres. Et des problèmes réels ou des griefs de la vie, c'est la vie. Sans l'idéologie, ça reste les problèmes de tous les jours. Donc c'est la rencontre entre des griefs et des revendications et une idéologie politique
qui mène une action politique violente. En l'occurrence, c'est aujourd'hui le djihad, qui pour moi est l'affaire du siècle. Et pour un... Конечно же, в конце прошлого века люди боролись за свои какие-то идеи совершенно отличным образом, нежели это сейчас происходит. Например, в стране, как вот сейчас происходит джихад. Они не используют такие идеи, какие сейчас используют джихадисты. Вы знаете, идеология без проблемы остается как бы идеологией, написанной в учебниках, написанной на страницах. Но вот проблема... они возникают в реальной жизни. И в определенный момент эти проблемы, если их не решать, они становятся политическими, что толкает людей на совершение политического вооруженного джихада. Donc à chaque fois, pour répondre à mon confrère, à chaque fois, donc les djihadistes capitalistes sur les problématiques qui ont sur les zones où ils sont implantés. Et ça, par exemple, Al-Qaïda le fait depuis 40 ans. Et c'est comme ça que Al-Qaïda, par exemple, pour varier un peu, parce qu'Al-Qaïda est toujours aussi forte, ou plus forte en tout cas qu'avant, a capitalisé sur les problématiques du Sahel. Donc, le réchauffement climatique qui a poussé une partie des peuls dans les bras des djihadistes. Les problèmes entre sédentaires et nomades. Et l'exclusion, par exemple, d'une partie des partis qualifiés d'islamiques en Normandie qui ont été exclus du processus politique. Donc ça, c'est le problème qui concerne le Sahel. Et вот, чтобы ответить на вопрос моего коллеги, я хотел бы сказать, что сейчас уже степень джихадизации, она приобретает капиталистический окрас. Вы знаете, такая капитализация, да, то есть что это такое? Вот, например, Аль-Каида, она существовала еще 40 лет назад. Но на данный момент, нельзя говорить, что ее не существует, она наоборот усилила свои позиции, стала более сильной. В таком регионе, как Сахель, Аль-Каида уже использует такой момент, как изменение климата, потепление планеты. И они используют проблемы, которые существуют между оседлым и кочевым народом, кочевым населением. И они используют вопрос того, что некоторые политические партии исламского толка, которые раньше существовали, и в процессе эволюции их просто эти партии вытолкнули с политической арены. Аль-Каида пользуется этим моментом и пытается капитализировать, то есть дать им деньги. Donc pour donner un exemple donc parallèle mais dans un pays occidental par exemple. Donc il y a ce fameux prédicateur qui s'appelait Anwar al-Awlaki qui est un prédicateur donc djihadiste d'Al-Qaïda au Yémen qui est américain aussi. Donc en 2011, elle a été tuée par une frappe de drone au Yémen. Un mois plus tard, son fils de 14 ans, et la première frappe de drone au Yémen sous l'ère Trump, a tué sa fille de 8 ans. Donc là, c'est la Syrie. Donc Anwar al-Awlaki disait aux Américains, en s'adressant aux Américains, aux musulmans américains, il leur disait, regardez, attendez, le gouvernement américain va se retourner contre vous. Avec des lois et des mesures répressives, vous ne serez jamais des citoyens à part entière. Et donc, ce discours-là, djihadiste, les soubresauts politiques aux États-Unis rappellent ce discours aujourd'hui. Et donc, pour une partie, pour certaines personnes, ils seront attirés par ça, pour leurs raisons propres à eux. On peut faire aussi une comparaison avec ce qui a été dit hier par Sophie, par exemple, sur la revanche des fils de migrants. Ce qui est aussi bien réel dans les motivations, par exemple, des djihadistes, pour certains djihadistes en France. Donc tout ça rejoint une chose qu'aujourd'hui, et je vais terminer là-dessus, je vais parler lentement, rejoint une chose aujourd'hui, qu'aujourd'hui, sur le marché des offres révolutionnaires, avec tous les guillemets qui s'imposent, parce qu'une révolution, je ne cesse de le répéter, n'est pas forcément positive, elle peut être négative.
l'offre djihadiste est seule présente. Donc pour tous ces gens-là, ils retrouvent une bannière commune sous la bannière du djihad et sous la bannière de l'islam combattant, revendicatif, conquérant, dans une époque où il y a un vrai vide idéologique et où beaucoup de gens, que ce soit en Occident ou dans les pays du Sud, sont conscients sont conscients qu'ils ne vont pas avoir la maison, le chien et la voiture, et donc ils aspirent à autre chose, un autre modèle de société. En l'occurrence, les djihadistes leur donnent ce modèle, aussi condamnable ou mauvais soit-il, c'est une offre qui est aujourd'hui, qui s'accapare le marché des offres révolutionnaires. Voilà, merci. Теперь, если говорить о западных странах, может быть, помните про него хотели много секретов? Ануар Аулахи. Ануар Аулахи. 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 Да, спасибо, мерси. В 2011 году он был убит одним из ударов дрона, да, до этого в Йемене. Его сын стал его последователем, его дочка 8-летняя тоже стала последователями и жертвами дронов. За то, что они стали последователями. Ну, в принципе, как это были американские дроны, которые бомбили определенные районы в Йемене, и вот его дети тоже погибли. И он сам американец, но он произнес одну речь, которая запомнится и которая очень используется джихадистами сегодня, на сегодняшний день. Он говорил так, что в Америке даже вот выходцы из наших государств никогда не станут полностью вашими гражданами. Запомните это раз и навсегда. И во Франции такие слова, его слова тоже используются. Они используются в идеологическом аспекте. И многие люди вдохновляются этими словами. И идут, становятся, присоединяются к джихадистам. Почему? Потому что на сегодняшний день джихадисты предлагают реальное революционное предложение. Единственное, которое существует под вывеской джихада или воинственного ислама, эти люди пытаются решить жизненные идеологические проблемы лиц, заполнить идеологический вакуум тех людей, у которых есть жизненные проблемы, ежедневные проблемы, те люди, которые не могут себе позволить купить дом, иметь собаку. И это действительно реальное революционное предложение, которое остается эффективным для решения этих проблем. Je vais peut-être prendre la suite, Catherine, parce que pour un petit peu rebondir sur Wassim, ce qu'a dit Wassim. Donc, je suis Sophie Oman, je suis enseignante-chercheure à l'Institut national des langues et civilisations orientales, sur l'Asie centrale, l'histoire de l'Asie centrale essentiellement. De mon côté, après avoir beaucoup travaillé finalement en Asie centrale depuis les années 90, et sur les migrations de travail, depuis les années 2006 à peu près, surtout au Tadjikistan, effectivement, je me suis posé de nombreuses questions sur ce vide idéologique post-soviétique qu'il fallait combler, notamment, alors au départ, lorsque j'ai fait des entretiens auprès des migrants de travail tadjiks de retour de Russie, et puis maintenant, dans les zones arctiques, donc dans les villes arctiques de la Russie, où, de manière assez inattendue peut-être, au départ en tout cas pour moi, on retrouve de nombreux jeunes migrants.
Добрый день, меня зовут Софи Аман, я являюсь сотрудником Института восточных языков и культур в Париже. И, в частности, я занимаюсь вопросами Центральной Азии уже с 1990 года. Я интересуюсь, в частности, проблемой трудовых мигрантов. Я начал работать с трудовыми мигрантами из Таджикистана. И что меня интересовало, какая идеология постсоветского периода толкала людей на то, чтобы они трудились и становились трудовыми мигрантами. Конечно же, я провела серию встреч, собеседований, интервью. Во-первых, я проводила встречи, такие интервью с мигрантами, которые вернулись, таджикскими мигрантами, которые проработали в России и вернулись к себе на родину. И, конечно же, я разговаривала еще с мигрантами на севере России, арктической зоне России. Merci. Donc ça c'est le cadre un petit peu de mon travail, mais il se trouve qu'il se passe beaucoup de choses lorsque l'on travaille avec les jeunes migrants, et c'est là que tout est intéressant de travailler sur les différentes générations. Et la jeunesse post-soviétique qui est née dans ce vacuum justement idéologique, qui est née en dehors des cadres finalement qui tenaient leurs parents, leurs grands-parents, les générations précédentes, est intéressante pour nous Français. Pourquoi ? Parce que l'on peut comparer avec justement notre histoire coloniale et post-coloniale, notamment algérienne. И среди вот этих вот трудовых мигрантов, я, в частности, вот, например, работая в России, я увидела очень много молодых людей. Мне стало интересно, почему молодые люди занимаются таким видом деятельности, что их толкнуло на то, чтобы стать трудовыми мигрантами. И именно какой вакуум, как они решают насущные проблемы, тот вакуум, который, если раньше, например, ими занимались родители их вели, постоянно они были под присмотром, теперь совершенно ситуация поменялась, и они должны были заполнять тот вакуум, который им не хватал, свои проблемы решать. И мне стало еще это интересно, эта тематика, почему? Потому что я сравнила нашу французскую политику, колониальную и постколониальную, молодежь. Чтобы посмотреть на сущные проблемы людей. Поколение, да. И в Алжире, зачем? Et ce qui est vraiment aussi très intéressant, parce que bien sûr on comprend bien les logiques d'effet push répulsif, donc de l'aporie des régimes, enfin de la faillite des États, de la plupart des États post-soviétiques, à retenir leur jeunesse, sachant, comme je l'ai présenté hier, qu'on a une fécondité élevée, donc l'aspect démographique est très important, hein, avec une pression démographique dans des pays comme le Tadjikistan, où on a 7% de terres arables. Par exemple, ici au Kyrgyzstan, c'est aussi un problème, je crois. Donc la jeunesse va partir. Et ces jeunes, par rapport à l'islam, c'est qu'ils vont réapprendre ou apprendre à prier en migration. Et c'est de là que finalement, les cohortes de jeunes migrants qui vont rejoindre Daesh ou Al-Qaïda, Nusra, etc., comme le disait Wassim, vont partir finalement. Ils vont partir d'Asie centrale, mais ils vont surtout partir de Russie. C'est en Russie que les choses se passent. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'investiguer la Russie, et de voir ces jeunes, comme justement le disait Wassim à mon sujet, qui vont finalement prendre une espèce de revanche donc sur l'humiliation actuelle, sur les discriminations dans le travail en migration, demande de justice sociale, revanche sur les générations, leurs parents, qu'ils ne considéraient pas comme de bons musulmans, du fait de l'époque soviétique, les contraintes bien sûr, et puis la recherche de salut. Je pense que c'est important. Salut, terrestre, céleste. Voyez. Падение режимов, падение государств с развалом Советского Союза способствовало тому, чтобы люди выезжали, искали возможность заработать. Плюс к этому нужно добавить демографический фактор, то есть фактор роста населения. Плюс проблема возможности обрабатывания земли. Например, в Таджикистане всего лишь 7% обрабатываемых пахотных земель. В Кыргызстане немного, конечно, по-другому, я точно не знаю. Почти то же самое. Почти то же самое. Не совсем так. Вот.
И вот эти проблемы, невозможность найти свою нишу, толкает молодых людей выезжать. Люди выезжают из Центральной Азии, люди едут в частности в Россию, и там они сталкиваются с другими проблемами. Сталкиваются с проблемой дискриминации, с несправедливостью, в некотором случае отсутствие правосудия. Люди ищут возможности, как решить эти проблемы. И, конечно же, обращаются к религии. И один из самых ключевых факторов, вернее, простите, я вернусь немножко позже к ключевым факторам, молодые люди, обратившись к исламу, они уже считают, что их родители являются плохими мусульманами, неправедными мусульманами. Люди уже по-другому смотрят на своих родителей, уже совершенно меняются. И самый ключевой фактор – это поиск спасения. Спасение здесь на земле, спасение в раю, на небе. Вопрос был, неужели у молодых? Разве молодые ищут спасение? Особенно молодые ищут спасение. Это то, что я узнала из интервью. Будете ответить на мой вопрос? Что вы? Moi j'ai répondu. Hein. C'est bien. Qu'est-ce que vous avez appris vous-même personnellement de l'échange d'expérience durant ces deux jours de Merci. Добрый день. Меня зовут Валид Джон Абухамбитов. Я являюсь руководителем научно-исследовательского центра по противодействию экстремизму и терроризму при Таджикско-Российском Славянском университете. Вам все, чтобы вы перевели? Чтобы вам было. Bonjour, je m'appelle Valujan Abdoukhamidov, je suis directeur du Centre de recherche scientifique de riposte de lutte contre extrémisme et terrorisme près l'université tajik russe slav. Je suis docteur en juridiques наук. Меня очень много связывает с Кыргызстаном. Я здесь защитил свою докторскую диссертацию. Спасибо этой стране, моему научному руководителю. Хотелось бы отметить о впечатлениях данного круглого стола. Честно сказать, для меня были новые идеи, которые здесь были предложены участниками, докладчиками. Мне очень понравилось выступление. Доклад Ноэми Роки, особенно касающийся психологического фактора, значит, экстремизма. И это очень важно, это для меня было ново, и я собираюсь, как по приезду в Душанбе, уже проводить отдельное исследование по психологическим факторам экстремизма и терроризма. Je suis docteur en sciences, juridiquement, et il y a beaucoup de choses qui me lient avec ce pays, ce beau pays Kyrgyzstan, parce que moi j'avais soutenu ma thèse de doctorat ici, et donc je remercie beaucoup le directeur de ma thèse. Donc tout d'abord je voudrais remercier les organisateurs d'avoir organisé cette conférence, cette table ronde, parce qu'il y avait beaucoup de nouvelles idées que j'ai prises pour moi-même. Je remercie précisément notamment Noémie Roca pour son intervention. Ce que j'ai retenu, le fait le phénomène auquel je n'ai pas encore prêté mon attention spéciale ou particulière,
un facteur psychologique de l'extrémisme. Et il y avait beaucoup de nouvelles idées. Et à mon retour à Dushanbe, j'ai l'intention de faire une recherche sur ce facteur psychologique de l'extrémisme. Я все-таки прихожу к мнению и согласен с ученым, вот Хаммингтон, он отметил, что если 20 век был веком противоборства или конфликта между цивилизациями, то 21 век будет конфликтом между религиями. Между религиями. И хотелось бы сказать, отметить, что сейчас много говорят о терроризме, об экстремизме, в частности, два насыщенных работ на круглом столе. Мы говорили о противодействии экстремизму и терроризму. А по телевидению показывают, кто-то делает громкие заявления. Некоторые в интернете, в Фейсбуке ставят лайки. Но, к большому сожалению, ввиду отсутствия конкретных мер, направленных в том числе на идеологическую противодействие экстремизму, конкретным результатом, к большому сожалению, пока правоохранительные органы не пришли. Je suis plutôt partisan des idées prononcées une fois par le scientifique Huntington, qui disait que le 20e siècle, c'est un siècle de conflit de civilisation. Et le 21e siècle, c'est plutôt le conflit de religion. Il est vrai que le sujet de lutte, de riposte au terrorisme extrémiste, c'est un sujet très vaste et qui est bien diffusé, qui est bien parlé dans les médias. Donc notre sujet de la table ronde le concernait aussi. On a parlé beaucoup de la lutte contre ces phénomènes. Quand on parle dans les médias de la lutte contre ces phénomènes, à Facebook, on peut voir par exemple que des gens mettent des likes, voilà, j'utilise mon anglais, des likes. Mais par contre, si on regarde, si on observe la situation réelle, il n'y a pas de mesures concrètes qui seraient menées par des organes de maintien de l'ordre public et qui aboutiraient un résultat réel dans la lutte contre ces deux phénomènes. И не буду вас ставить ожидания, здесь есть другие выступающие. Я единственное хотел отметить, что действительно проблема противодействия именно идеологии экстремизма сейчас играет ключевую роль, я бы сказал. И именно идеология экстремизма. Как получается так, что молодой человек, есть случаи даже с высшим образованием, все бросает и идет на смерть. То есть он совершает, так скажем, можно сказать, самоубийство во имя веры, допустим, и тем самым нарушая даже, можно сказать, духовную ценность. И как получается так, что молодые люди становятся мигрантами, не только здесь было сказано в России, но вот, допустим, сейчас большой отток в европейских странах, не зная традиции, обычаи, пренебрегая этими обычаями и традициями европейских стран, совершают или ставят вот эту идеологию экстремизма, с которой мы, допустим, граждане европейских стран сталкиваются впервые, и они это не понимают. И здесь, вот, надеюсь, что необходимо тоже проработать по дальнейшим проблемам радикализации мигрантов в европейских странах. Qui devrait être résolu ultérieurement, c'est comment lutter contre l'idéologie de l'extrémisme. L'idéologie de l'extrémisme qui joue un rôle clé, un rôle rouge, si on peut le dire. Je me pose souvent des questions, comment et qu'est-ce qui
qu'est-ce qui ou qui est-ce qui pousse des jeunes gens de quitter leur locaux résidentiels, leur maison, d'aller travailler ailleurs pour devenir finalement, de se permettre radicaliser, de se radicaliser, pour finalement aller se battre sous le drapeau de l'État islamique, donner leur vie, autodétruire, au nom de la foi, au nom de la religion, tout en violant toutes les valeurs spirituelles et religieuses. Autre chose que j'ai retenu pour moi-même, c'est aussi le problème de migrants, de jeunes migrants, et c'est non seulement le problème qui se pose devant nous, mais c'est aussi le problème des jeunes qui partent travailler en Europe, qui connaissent, sans savoir, sans connaître des traditions, des rites, des pays européens, ils y viennent, ils y s'installent, et ils commettent leur acte. Et donc, à mon avis, c'est un problème de migration, y compris dans les pays de l'Europe, qui devrait être envisagé en tant qu'un sujet pour une table ronde, pour une conférence à venir. Merci beaucoup. Et en conclusion, je voudrais répondre que я так понял, что в Европе, в европейских странах, в частности в России, другое немного понимание экстремизма. В России, мы принимаем участие во многих конференциях, там много, допустим, скажем, они четко имеются исследования национального, националистического экстремизма, но мало исследований в религиозном, сейчас говорят, экстремизме. В европейских странах больше левого и правого экстремизма. Я надеюсь, что будет время, когда все исследователи европейских стран, Средней Азии, они придут к единому пониманию все-таки определения экстремизма и терроризма. И в дальнейшем, надеюсь, что будет больше таких конференций, чтобы нам узнать все-таки все новое и новое, и сделать соответствующие свои выводы. Спасибо. Pour conclure, je voudrais dire que qu'en Europe, et aussi en Russie, la compréhension du terme extrémisme est tout à fait différente. On a travaillé beaucoup avec nos collègues russes sur ce sujet, et je dois dire que les collègues russes et les scientifiques, ils ont accompli beaucoup et fait beaucoup de recherches concernant l'extrémisme nationaliste, mais ils ont peu travaillé sur le sujet de l'extrémisme religieux. En Europe, plutôt, les scientifiques, nos collègues, ils examinent le sujet de l'extrémisme gauche, l'extrémisme droit. Mais il n'y a pas d'une définition concrète ou unifiée qui serait comprise par tous nos collègues pour permettre son application ultérieurement sur différents champs. Et j'espère bien que nous pourrions avoir des échanges ultérieurs avec vous, ayant pour objectif de développer une définition unifiée et précise de ce terme extrémisme-terrorisme. Merci. Merci. Можно сейчас попросить Валиджан свою реакцию на обмен опытом? Валиджан сказал, меня зовут Фаридун. Я тоже встала чуть-чуть. Да. Ну что ж, вчера я сказал о положительных сторонах, а сегодня я скажу о том, о негативных сторонах. Короче говоря, вчера я начал за здравие, а сегодня закончу за упаковку. Alors, hier, moi je parlais que des choses positives, et maintenant je vais vous parler des choses négatives. On a commencé par du bien, et on va commencer par du mal. Я думаю одну вещь, когда говорить, я вспомнил сейчас начало романа. Нет, романа Толстого «Анна Каренина», где он говорит, что все разные счастливые семьи, они такие разные, а все несчастные одинаковые.
Вот я именно об этом-то и говорю, хочу сказать, что мое опять открытие даже в американском университете оказалось то, что я увидел, что молодежь не читает книг. Pour faire référence anecdotique, je peux dire que Tolstoï, Léon Tolstoï, dans son roman Anna Karenina, a dit que tous sont heureux différemment, mais chacun est malheureux à sa manière. Et tout en étant hier à l'Université américaine d'Asie centrale, j'ai bien constaté que les jeunes lisent peu ou pratiquement pas de livres. Ну ладно, все равно. Может быть. Счастливы одинаковые, счастливы по-разному. Это все равно. Les choses sont pas d'accord. Вы использовали. Я немножко, так сказать, шулерствовал. Так. Но я одну вещь хочу сказать, что я всегда говорил, что есть, мы всегда ищем, стараемся найти вот в радикализме, в его природе, вот в этом экстремизме, терроризме, новые вещи. Ну, то есть это как бы знамение нашего времени, то есть то явление нашего времени. Хотя я всегда говорю о том, что оно зародилось в России. И в конце, так сказать, можно сказать, во второй половине 19 века. Nous cherchons toujours, en parlant de l'extrémisme du terrorisme, nous cherchons, nous essayons de trouver sa nature, ses origines. Moi, je continue à dire que ce phénomène, c'est un phénomène actuel de notre temps, il a pris ses racines et s'est enraciné en Russie en 19e siècle, deuxième moitié du 19e siècle. И поэтому-то я вот именно хочу сказать, что описание психологии всего этой значит, кухни очень присутствует в русской литературе, а особенно в творчестве Достоевского, Федора Достоевского. И description psychologique de cette cuisine bien présente dans les œuvres des grands auteurs russes, des grands classiques russes, tel Dostoïevski. Для этого надо просто прочитать его книгу «Бесы». Pour cela, il suffit de lire son roman «Diable». И еще одну книгу, которая, так сказать, как бороться с этим, может быть, «Братья Карамазовы». Ou peut-être comment mener une lutte efficace, il suffit de se référer à son œuvre Karamazov. Там показаны все рецепты, как противодействовать этому. Toutes les recettes sont là. Comment contredire, comment lutter contre ce phénomène? Кроме того, еще в одном в творчестве одного писателя показана природа радикализации человека, но уже, так сказать, в условиях военного времени. En outre, il y a encore une œuvre d'un classique où la nature de radicalisation de la personne, de l'individu, sauf que à condition, dans les conditions du temps de guerre, a été bien précise et bien décrite. Это тоже знаменитый писатель, лауреат Нобелевской премии Шолохов. C'est un écrivain très célèbre, très connu, lauréat du prix Nobel dans le domaine de la littérature, Monsieur Sholokhov. Если вы проследите в его романе «Тихого Дона» судьбу Мелехова, как он был, так сказать, из одной крайности всегда кидался в другую крайность, это вам покажет именно судьбу боевиков. Si vous observez bien, si vous suivez bien le destin de son d'un héros principal dans le Don Pacifique, Monsieur Meleka. Monsieur Melikov, donc toutes ces hésitations extrêmes et ultimes d'un côté à l'autre, vous voyez bien, vous pouvez bien voir l'image précise d'un combattant au domaine sonore. А если обратиться к роману Шолохова «Поднятая целина», вы можете посмотреть, например, на Майданникова, как идеология, так сказать, влияет вот именно
мировой революции, если прочитаете ее, так сказать, внимательно, новыми глазами, с этой точки зрения, тоже будет очень интересно проследить эту психологию. Et si vous regardez, si vous prenez son autre roman, La Terre labourée et l'héros principal Maïdanikov, vous pouvez bien voir la psychologie d'un radicaliste. Тогда Булгаков, Белая гвардия. Ну, Булгаков, нет. Там Булгаков нет. Дальше я хочу сказать, я еще хочу обратиться к труду великого алжирского ученого, философа и писателя Альбера Каню. Алютер алжирский, Альбер Камю. Нет, он алжирский. Он родился во Франции. Нет, я провоцирую французов. Почему я? Потому что они не используют его книгу «Человек бунтующий» и «Миф о Сизифе» для исследований вот по радикализму. Поэтому я говорю, он алжирец. Je dis spécialement qu'il est algérien parce que les Français n'utilisent pas son œuvre, un homme révolté. Voilà, et je dis qu'il est algérien. Потому что его книги, и вот говорю, и Шолохова, и Достоевского одно время были моими настольными книгами для того, чтобы понять психологию террористов и экстремистов. А мы все пытаемся, они были очень умными людьми, я честно говорю, провидцами, они были настоящими пророками своего времени. А кто такой пророк? Умный человек или это тот человек, который видит цель, так сказать, точно. А вот они, как пророки, они видели цель, которую никто не видит. Да, вот поэтому я думаю, что вот был один большой, так сказать, мое наблюдение, которое я хотел сказать вам. Я думаю, что вот это очень... Можно еще дальше поговорить об этом, если у вас потом будет время выслушать мои... Ну а пока, как Шахерезада, я заканчиваю дозволенные речи. А сонет Шекспира прочтите. Вчера вы нам читали. Но это уже из другой оперы. Не, почему? Со современным временем. Да, ну тогда девушки тут говорят, 66-й сонет, вам домашнее задание, прочитайте. Alors, pourquoi j'ai fait référence à ces grands auteurs? Parce que leurs œuvres ont été des livres de table, des livres de tous les jours pour moi. Les livres de tous les jours pour moi. Et dans ces livres-là, j'ai trouvé les éléments de leur recherche, de leur analyse psychologique des extrémistes et des terroristes de l'époque. Et je considère ces grands auteurs comme des prophètes de leur époque. Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme intelligent, bien formé, il voit son objectif, mais un prophète, il voit un objectif que personne ne voit. Et donc, voilà, ce sont des choses sur lesquelles je voudrais prêter mon attention. Et tout en étant... ressortissant d'un pays oriental, je voudrais terminer comme Shakerizade dans les contes de Shakerizade pour dire que c'est un sujet à discuter et à discuter. Et donc c'est un sujet à découvrir ultérieurement. Et pour défi, je conseille de lire le livre le vers 66 de Shakespeare. Merci beaucoup. Je peux passer la parole à Athanase Couperon, le grand imam de Bordeaux, qui est venu jusqu'à Bishkek. Pour répondre à votre question, en vérité, ce que j'ai appris est une confirmation de ce que j'ai intuitionné autour de ce concept de radicalisation qui est flou, complexe et dont les facteurs qui le composent sont connexes.
ce qui nous a intéressé particulièrement, c'est la radicalisation comme un processus qui mène vers une violence au nom d'une religion, en l'occurrence l'islam. Изутель Кубру, я являюсь верховным имамом города Бордо. Ну, чтобы ответить, дорогая Катрина, на ваш вопрос, я хочу сказать, что я еще раз убедился в подтверждении того, что нет четкого определения радикализации. Это расплывчатое понятие, несмотря на то, что сопутствующие факторы, они одинаковы в некоторых моментах. La violence criminelle est le mot-clé de ce concept de radicalisation dont nous parlons. Et pour comprendre la violence, il faut faire peut-être son archéologie, qui s'explique par une partie éthologique, puisque nous sommes des animaux, et nous sommes gouvernés par nos instincts d'abord. Nous sommes peut-être les animaux les plus imprévisibles, les plus irrationnels. Уголовное насилие – это ключевое слово, которое сопровождает понятие радикализма. Чтобы понять насилие, нужно, наверное, все-таки посмотреть археологическую структуру, этимологию этого слова. Мы с вами являемся животными, животными непредвидимыми и жестокими в какой-то мере. Этологique dans le sens de la domination, l'agressivité, le territoire, la nourriture et la reproduction, c'est-à-dire la sexualité. Ce sont des instincts qui sont à la base de nos comportements, parfois rationalisés, parfois non contenus. Этимология этого слова, она относит нас к таким понятиям, как доминантность, агрессивность, определение и защита территории, питание, воспроизводство, то есть сексуальность, инстинкт и рациональность. Иррациональность. L'éthologie étant une discipline scientifique qui s'occupe du comportement animal et de sa psychologie. Éthologie est une научная дисциплина, которая занимается вопросами поведения животных. On peut dire grosso modo que l'éthogramme de l'animal est assez prévisible. И в психологии этограмма животного, она довольно-таки прогнозируемая. Celui de l'homme, elle est le plus imprévisible. А этограмма человека все больше и больше непредсказуемая. Deuxième aspect de la violence, cette fois-ci, il est anthropologique. Второй аспект насилия заключается в антропологии. Politique, économique et idéologique. Политической, экономической, идеологической. Et j'introduis dans l'aspect idéologique le théologique. И я бы к идеологическому еще добавил этиологический. Il va nous intéresser ici. Это то, что нас сегодня интересует. Puisque cette radicalisation se réfère à une théologie. Потому что радикализация соотносится с теологией. C'est-à-dire que les pensées cette fois-ci peuvent être source de violence. Потому что в данном случае мысли могут стать источником насилия. Donc la génétique de cette violence se trouve au niveau de la pensée. Генетика этого насилия, она происходит от мысли. Des pensées violentes dans le sens où elles produisent un trouble du comportement. Я говорю о мыслях, которые производят волнение в поведении. Изменения в поведении. J'ai oublié de mettre dans l'anthropologique le psychiatrique.
Я, кстати, в антропологии забыл добавить психиатрический аспект. Ce qui va m'intéresser tout particulièrement en tant que théologien, будучи теологом, меня интересует больше всего, comment s'attaquer à cette violence théologique, как противостоять этой этому теологическому насилию, intellectuel, интеллектуальному, et qui se transforme en comportement violent criminel, который преобразуется, трансформируется в уголовное насилие. Il y a plusieurs explications pour cette violence intellectuelle. Есть очень много объяснений интеллектуальному насилию. C'est la difficulté aujourd'hui de l'islam, entre guillemets, de passer d'un islam dans la sécularisation à la sécularisation de l'islam lui-même. De l'islam de lui-même. И проблема для сегодняшнего ислама заключается в том, как перейти к секуляративному, то есть светскому исламу как таковому. C'est-à-dire avoir la capacité théologique de séparer les ordres. Это возможность, теологическая возможность перейти, разделить приказы. Порядок. Notamment entre le politique et le théologique. В частности, между политиком и теологом. Donc, le premier chantier de la déradicalisation commence déjà à ce niveau-là. Именно первое поле дерадикализации начинается здесь. Parce que aujourd'hui, comme il a été expliqué par Wassim notamment, c'est que la réalité qui détermine le rapport du musulman au texte sacré. И актуальность на сегодняшний день такова, как уже говорил Вассим, она заключается в том, насколько мусульманин соотносится к текстам Священного Писания. Реальность, в которой он проживает. То есть реальность, как она должна отражаться в текст. В текстах. То есть имеется в виду, он свою реальность ищет в текстах Священного Писания. Car il n'y a pas de lecture fondamentale abstraite des textes. Потому что нет фундаментального писания, которое было бы читание, которое было бы абстрактно из текстов. Ces textes ont toujours été interprétés dans des conditions sociologiques, politiques, historiques qui déterminent justement leur interprétation. Интерпретация, то есть перевод или интерпретация этих текстов всегда проходила в экологическом, политическом, экономическом контексте, определяющем, в свою очередь, опять же, эту интерпретацию. Le contexte général de ces jeunes-là, notamment, est un contexte de vulnérabilité et de frustration. Контекст молодых людей таков, что они находятся в ситуации уязвимости и фрустрации. Le texte devient alors un prétexte. И тексты Священного Писания становятся для них предлогом. Parce que les raisons de cette violence se trouvent ailleurs. А сами причины такого насилия, они лежат где-то далеко. Bien sûr, il y a des discours simplistes qui offrent cette possibilité. Конечно же, есть как бы упрощенные обсуждения, суть которой заключается в том, что есть возможность в том, таковая возможность. Dans l'Élysée, bien sûr, qui sont d'ordre presque éthologique, la conquête des territoires, des sources énergétiques, pour des raisons totalement profanes. Объясняющих то, что вот есть необходимость завоевания территорий, есть необходимость в завладении энергетическими ресурсами, но тем не менее, это профанация. Нет, это не религиозные основы, которые эти люди ищут в текст сакральный. Aujourd'hui, les nationalismes, les идеологии séculières, коммунизм, социализм, национализм не мобилизируют plus les gens. На сегодняшний день секулярный ислам, идеология секулярного ислама, коммунизм, социализм и так далее уже не мобилизует
людей, не толкает их, не сподвигает их. Il ne reste que la foi comme un catalyseur de mobilisation. Остается только вера как основной катализатор. Qui ne coûte pas très cher. Вера стоит недорого. Avec une énergie explosive et criminelle sans limite. С взрывной криминальной энергией, у которой нет границ. Les mercenaires qu'on payait et les militaires qu'on payait très cher pour s'engager dans les guerres, aujourd'hui, avec la question de la foi, on trouve des militaires presque gratuitement en leur offrant uniquement un paradis, un salaire dans l'au-delà. Если раньше для того, чтобы людей заставить воевать, стать солдатами либо наемниками, нужно было платить деньги за их участие. На сегодняшний день не надо людям платить, достаточно использовать веру и вместо зарплаты им предложить рай. Une foi naïve au service du capitalisme. Это наивные люди, которые служат наивная вера на службе капитализма. Parce que les vraies raisons de la guerre ce sont comme je dis toujours, là où il y a la guerre, il faut chercher la raison dans les sous-sols. C'est-à-dire le pétrole, l'énergie, etc. Потому что истинная причина войны заключается, как я всегда говорю, в недрах. Причина вещей в недрах – это нефть, это газ, другие источники. Il aggrave cette situation, la technologie qui est un des paradigmes qui explique aujourd'hui notre monde, qui démultiplie le bien comme il démultiplie le mal. И этимология этого слова, она объясняет наш сегодняшний мир, и она объясняет, почему возникает зло. En conclusion, la radicalisation attribuée à l'islam est plus qu'un symptôme d'une crise de notre monde. И радикализация, она причастна к исламу как симптом нашего мира. Et que le mal est plus profond que ce que nous pensons. В то время как зло имеет более глубокие корни, нежели мы себе могли бы представить. Спасибо. Нурлан, вы будете? Надо? Да. Коротко. Надо, Федя, надо. Здесь такой момент, раз мы вспомнили русскую классику. Я согласен, я параллельно. Мысль-то она материальная. А еще позапрошлом году мы с коллегами действительно наткнулись на параллели вот русской классики. Вот если бесы брать, там показаны, сейчас лучше скажу, почему мы туда посмотрели, да? Изучая данную проблему еще середины 90-х, допустим, ну, видя, как наши жамааты появлялись и исчезали, и многие из них умирали, потом работая, делая полевые исследования на территории Пакистана, Афганистана, вот, Китая, там, скажем, Ирана, все это на глазах у тебя происходит. Даже все эти конфликты вооруженные, которые мы видели. И изучая вот наших граждан из Центральной Азии, из вообще постсоветского пространства, мы поняли одно. Проблема лежит не в плоскости религии. Я согласен с, вот, с выступавшими. Они как раз про это и хотят сказать. Мы должны докопаться до сути проблемы. И вот когда... Извините. Je suis complètement d'accord avec mon collègue qui a cité des classiques, hein. Et je suis complètement d'accord que la pensée est matérielle. Vous savez, et notamment, je peux faire référence à un roman qu'il a cité, Les Diables. Alors, vous savez, en étudiant cette problématique qu'on a envisagée pendant ces deux jours, à partir de deuxième moitié des années 90, et tout en étant avec des visites en Pakistan, Afghanistan, Iran, Chine, etc., et en voyant par mes propres yeux les conflits qui se produisaient sur ces territoires concernés, donc on a bien vu que le fond de la problématique était ailleurs.
Вот известный ученый из Южной Азии Мухаммад Икбаль, да, сейчас считается пакистанским, он говорил, называл всех, вот, все новые течения, включая салафитские, называл реформаторами. Вот поэтому, если читать бесы, то восприятие в бесах показано вот этих реформаторов, да, это вообще абсолютно нерелигиозные были, впрочем, революционеры вот эти, да, которые социалисты, они воспринимались как бесы. Проходит сколько там, 37-34 года, это появляется вот произведение Горького «Мать», да? Там уже его 25, да, власовцы, вот сам Власов, его сравнивают уже с Иисусом Христом. То есть уже, он уже герой. То есть это, вот это движение за какие-то 30 лишних лет состоялось в социальную прослойку, да, то есть уже как не просто явление, а часть жизни. И вот там вот эта радикализация очень хорошо показана. И когда вы смотрите вот эти вечера у Власова, они ничем не отличаются практически от этих тусовок, в которые я участвовал в 90-е годы, в начале 2000-х, у нас, допустим, да, по Центральной Азии, что в Пакистане. Единственное, тут говорят от имени Бога, от имени Корана, вот такая разница есть. Но никто глубоко в эту религию не закапывался, скажем, не лазил. И вот, что хотелось бы пожелать, да, вот если мы вкратце будем говорить, чтобы такие конференции, они имели еще и такую, скажем, пользу для практической составляющей, да, вот у нас этого часто не бывает, из-за этого я не люблю ходить на конференции, и поняв, что вот, про термины говорили, да, нам не нужно копаться в этой терминологии, мы просто вот потонем вот в этих, вот этой нагрузкой вот этой терминологической. Нам нужно именно суть познать. Я 5 лет назад перешел. Забывай переводчик. Жалеете нашего переводчика. Мухаммад Акбаль, классик пакистанский, il a considéré à un moment donné des nouveaux salafites en tant que réformateurs. Et pour faire référence au classique russe que nous connaissons, par exemple, l'œuvre qui a été déjà citée, Le Diable, je peux dire que dans cette œuvre-là, on décrit des révolutionnaires. Donc le héros principal, il considère comme un révolutionnaire. Après l'apparition, la publication de ce roman, 24 ans après, Gorky a écrit son livre intitulé La mer, et où il a comparé les soirées organisées chez Vlasov dans sa maison. Il a comparé Vlasov comme un Jésus-Christ, en quelque sorte. Il est à voir qu'aujourd'hui, le radicalisme est devenu une partie de notre vie. Et donc, pour faire référence également, pour revenir à chez Vlasov, les soirées de chez Vlasov, ce sont les mêmes rencontres que j'ai eues, en quelque sorte, les mêmes que j'ai eues en Pakistan et tout en même temps en Iran. Et les conférences, alors, que nous organisons, c'est très bien, c'est vraiment très bien, c'est une discussion. Mais je voudrais bien avoir qu'il y ait un côté pratique. On peut toujours... Moi, je n'aime pas visiter les conférences. Pourquoi ? Parce qu'on parle beaucoup de termes. On parle de leur définition. Plus on va dans la recherche de définition de ces termes, plus nous sommes dans les débroussailles. Le principal, c'est de connaître la raison et le sens pourquoi ce phénomène se produit. Почему они именно идут в радикальные, да? Вот мы их называем реформаторами, революционерами. Вот, ну, между собой, так скажем. У нас такая система сейчас в наших государствах, непосредственно в Казахстане, да, если возьмем, то для молодого человека очень узкий коридор для его будущего, так скажем. Можно коротко так переводить. Nous appelons les radicalistes sont très souvent considérés comme réformateurs, révolutionnaires. Bon, nous aussi, on les traite parfois de temps en temps comme réformateurs, révolutionnaires. Pourquoi? Je parle de la situation au Kazakhstan. Для человека важно. Pour des jeunes, il y a une très, très courte possibilité de trouver leur débouché. Il y a une très courte corde.
Для человека важна его реализация в обществе. Вообще реализоваться, да, вот он же не просто как животное, сказали сегодня, у нас еще есть духовная часть. И вот этой реализации, она ограничена в современных условиях, вот непосредственно наших стран. Dans les conditions de notre pays, les jeunes ont peu de possibilités pour se réaliser non seulement de manière physique, naturelle, mais aussi de manière spirituelle. Et il est bien important pour des jeunes. Et здесь альтернативой появляются все эти новые идеологии, которые предлагают какую-то новую конструкцию мира в его мозгу, да, допустим, человек. И у тебя перспектива, она вот, пусть она виртуальный этот мир, но там у тебя есть реализация, даже в виде смерти. Et donc toutes ces alternatives qui sont proposées aujourd'hui ouvrent de nouveaux horizons à des jeunes, de nouvelles perspectives, un nouveau monde, même si ce sont des perspectives non réelles et donc qui amènent à une mort. 5 лет назад, не видя решения проблемы вот именно в таком варианте действий, я перешел на медицинскую практику. Il y a 5 ans, sans pouvoir se le réaliser, je suis passé à une autre pratique, sur un autre champ professionnel, je suis devenu médecin. Я сейчас врач, представляю традиционную восточную медицину. Actuellement, je suis médecin dans la médecine orientale, traditionnelle. J'ai un petit bureau, une petite clinique. Так как представители вот этих радикальных течений, они у нас не бедны. Sachant que les représentants des courants radicaux ne sont pas pauvres. Но я продолжил исследование уже совсем с другого ракурса. Ça me permet de faire une recherche et avoir une autre vision des choses de l'autre côté. Как настоящий разведчик. Почему? Как? Vous êtes comme un agent de service de renseignement. Pourquoi comme? И очень интересный момент. Человек, когда доверяет свое здоровье, свою жизнь тебе в руки, он раскрывает свою душу. Et un moment intéressant. Lorsque je reçois les clients me confient leur santé, et en tout en confiant leur santé, ils me confient leur âme. Было много программ государственных и даже от международных организаций, которые мы пытались участвовать в реабилитации, да, людей, которые ушли в секты различные. Il y avait beaucoup de programmes d'État visant à réhabiliter des personnes devenues sectaires. Et donc moi aussi je voulais participer dans ces programmes. Но именно в клинике работая, оказалось лечить человека, даже вот физиологические моменты, да, в этот момент легче его реабилитировать еще и психологически. Et vous savez, qu'est-ce que j'ai remarqué, tout en travaillant dans la clinique, il est plus facile de guérir, dans le sens général et sens figuré, la personne, même dans son aspect psychologique, lorsqu'il vous confie sa santé. Base que j'ai obtenue en tant qu'expert, помогает мне сейчас реабилитировать больше людей, как уже врач. La base que j'ai reçue tout en étant chercheur me permet de réhabiliter des personnes vulnérables. Вот это как бы практическая часть, которую я сейчас занимаюсь, и я радуюсь, что я реализуюсь как специалист. Voilà, ce côté pratique que je réalise actuellement, je suis très content de trouver mon champ d'emploi et de le réaliser. Вот поэтому большое пожелание, чтобы такие научные конференции давали бы еще и практические результаты. Спасибо. Si vous voulez, mon avis consiste à inclure un côté pratique dans l'organisation de telles conférences et surtout dans le résultat. Noémie? Oui. Dimitri, se parlare in italiano? Ok. Mi scuso per non parlare né francese né russo, prima di tutto. E, Dimitri, è inevitabile che io ringrazi comunque Catherine
per l'organizzazione di questa tavola rotonda e tutti i miei colleghi per quello che hanno detto, presentato e non hanno avuto remore, diffidenza a dire, a presentare. Извините, я буду говорить на французском и итальянском языке. И в первую очередь я хотел бы поблагодарить Катрин за великолепную организацию этого круглого стола. Я хотел бы также поблагодарить своих коллег за прекрасные доклады, которые они сделали по освещаемой теме. Français aussi. Sarò breve, non mi ripresento, comunque mi chiamo Paolo Rocca e sono dell'Università di Coimbra. Io mi occupo in realtà di comunicazione politica e rapporti tra comunicazione e politica estera, in particolare come gli stati usano la comunicazione per far accettare le loro scelte di politica in generale e politica estera in particolare. В своем выступлении затрагивала такие вопросы, как коммуникационные аспекты, политическая коммуникация и коммуникация, которая используется для того, чтобы привлечь людей на свою сторону. Allora, cosa mi ha dato la conferenza? È stata interessantissima e non sono parole formali perché... Говорить, ответить на вопрос, Катрин, по поводу конференции. Конференция мне очень понравилась. Очень понравилось не только потому, что меня пригласили, но дело в том, что я встретилась с людьми, которые являются не только теоретиками, но и действительно практиками. Людьми, которые проработали, изучили проблематику, освещаемую тему определенной территории, которые получили определенные данные, определенные результаты. Это люди, совмещающие теоретические аспекты с практическими. И мне очень понравилось, какой у нас состоялся обмен по данной тематике с этими людьми. Tutti i miei colleghi di questi giorni hanno parlato di cose che conoscono molto bene e è importante perché in Europa, almeno l'Europa occidentale, molti convegni, molti report, molti esperti, anche prestigiosi, Chatham House per esempio, scrivono, parlano di cose su cui non hanno mai ricercato. Empiricamente hanno letto e fanno la sintesi di altri rapporti. Chatham House, per dirne una, ma anche l'Unione Europea, think tank, ne posso nominare. In Europa, e credo anche negli Stati Uniti, ma sono sicura in Europa, purtroppo la radicalizzazione, anche persino il terrorismo proprio islamico, che è qualcosa di diverso rispetto alla radicalizzazione, purtroppo spesso, quasi sempre, si basa su metodologicamente ricerche di pochi casi, pochi, 10-15 casi, niente a livello statistico, niente, oppure, peggio ancora, diventa aneddotica, racconti sentiti sui giornali, così. Questo purtroppo è il livello della maggioranza, delle round table, reports, everything. Почему я говорю, что действительно очень продуктивный был круглый стол? Дело в том, что мы все очень хорошо знаем, как обстоит ситуация в Западной Европе. Мы очень представители Западной Европы. Вы знаете, у нас зачастую, когда рассматривается эта проблема радикализации, терроризма, многие злоупотребляют тем, что копируют отчеты, уже подготовленные где-то, не сверяясь с тем, насколько эти отчеты отражают реальную ситуацию.
без эмпирического анализа, без, порой, извиняюсь, без научного подхода, просто обычный синтез, компоновка отчетов, проводится очень много круглых столов, разговоры, обсуждения, приглашаются эксперты. Мы очень много говорим, но мало подкрепляем свои разговоры данными, реальными исследованиями, которые бы проводились на местах. Как это было в нашем случае в круглом столе? Poi un'altra cosa che ho notato in questa conferenza è la sincerità, la libertà con cui tutti hanno parlato liberamente anche di questioni molto sensitive, molto questo mi ha sorpresa. Non è comune e ancora in Europa io credo ci sia proprio un problema di censura in qualche modo, censura accademica, censura scientifica, politica, non si può parlare, non c'è un divieto. Non c'è scritto, non si può parlare. Ma i ricercatori non toccano certi argomenti. E qui invece sono stati toccati, si può parlare di determinate cose. In Europa non c'è una censura, ma il ricercatore sa che se vuole lavorare non può parlare di alcune cose. Se vuole avere una borsa di studio, se vuole entrare nel grande business degli studi sul terrorismo, perché è un business adesso, è il più finanziato, è il più propagandato, eccetera, non può parlare di alcune cose. E qui invece sono state dette, parlate tranquillamente, questo mi ha colpito molto. Что меня очень удивило, второй момент, это та откровенность, та свобода, та откровенность, с которой выступали эти докладчики. Как они свободно освещали и говорили по этой тематике. Даже несмотря на то, что мы говорили порой, освещали очень чувствительные, деликатные вопросы. Должна сказать, что вот этот аспект не свойственен, к сожалению, на данный момент в Европе. У нас существует цензура, как бы мы это ни хотели говорить, но она есть. Цензура академическая, цензура политическая, цензура иная. Я просто не могу говорить некоторые темы. Особенно если это касается проблемы терроризма, экстремизма, радикализма в Европе. Извините, но проблематика терроризма стала бизнесом. Некоторые аспекты пропаганды, они стали аспектами бизнеса. И когда освещаю вопросы пропаганды, я не могу что-то говорить. У нас, к сожалению, существует цензура. И я как бы вырвалась из этой цензуры, побывав на этом круглом столе. И я очень рада, что у нас состоялся откровенный, открытый разговор. И бизнес... È uno del business sul terrorismo, è uno dei motivi per cui tutti parlano senza avere in realtà, cioè tanti parlano senza in realtà avere dei dati, delle ricerche, senza conoscere. Dicono di essere esperti, passano per esperti, perché i finanziamenti dei governi, delle università, delle fondazioni vanno verso questo settore, terrorismo islamico, estremismo islamico. Тема терроризма стала бизнесом. И мы не можем некоторые вопросы освещать, потому что это нельзя. У нас возникают эксперты, которые получают определенные деньги от государства, от других учреждений, организаций, для того, чтобы говорить именно так, как им скажут. Так как эти организации хотят, чтобы это было освещено, это стал бизнес.
Вопросы терроризма, экстремизма стали бизнесом. Вопросы пропаганды тоже становятся бизнесом. А здесь мы говорили открыто. Un'ultima cosa sulla conferenza. In Europa, dovrebbe essere Europa Unita, l'Unione Europea, difficile, difficilissimo, non dico a livello accademico, ma a livello pratico, intelligence, polizia, politici, avere nazionalità diverse. Qui abbiamo avuto kazaki, tagiki, kirghizi, italiani, francesi, ma soprattutto dell'Asia centrale, che si scrive tanto il problema dell'Asia centrale, che non è una regione, che non fa, che non condivide, che non coordina, no, perché tagiki, kazaki e kirghizi hanno parlato, si sono confrontati e hanno detto quello che stanno facendo in Europa a livello intelligence, politico, di polizia. No, no, non è così. И еще в заключение хочу сказать, что при обсуждении вот такой вот тематики представители разных стран Центральноазиатского региона, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, они, открыто заявляя о своей позиции, они противостояли, они где-то не соглашались со своими собеседниками. То, чего у нас нет в Европе, на уровне, на академическом уровне, я не говорю, но вот на политическом уровне, на уровне различных органов, государственных органов, такого нет, такого не существует. L'Europa, l'Unione Europea non ha una politica comune di lotta al terrorismo, non può averla per il suo statuto, non può avere una politica comune. I progetti finora implementati di prevenzione non hanno funzionato e sono stati cancellati, quindi a livello di Unione Europea non c'è coesione, anche il coordinamento è minimo, non c'è una politica comune su questo tema. E quando gli italiani, tedeschi, francesi, sorry, olandesi, spagnoli, si incontrano a livello di intelligence, a livello di polizia, non dicono le cose più importanti che stanno facendo. Non c'è fiducia, non c'è coordinamento, non ci si fida e si tende a nascondere i dati reali, le cose vere che si stanno facendo nelle prigioni anziché nelle madrasse, eccetera, eccetera. Ogni paese, ogni intelligence in Europa è geloso e i dati rarissimamente vengono condivisi. Quindi non è vero tutto quel mito, la mitologia sull'Asia centrale, che non, i cinque dell'Asia centrale che non si coordinano, non lavorano. Non è vero, non è vero. Io ho visto a questa conferenza che condividono, parlano, mostrano quello che stanno facendo. Должна вам сказать такую вещь, что в Европе нет единой политики, особенно то, что касается аспектов терроризма, экстремизма. Многие проекты, которые начинались, они были закрыты, потому что не было единого подхода, не было единой координации. Например, на встречах на встречах разведслужб не было элементарного, не то что не было подхода единого, не единого понимания вопроса экстремизма, который возникает в их соответствующих странах, но не было вообще обмена данными. Разведслужбы, каждая разведслужба своей страны завидует
тем данным, которые есть у их коллег, немцев, итальянцев, испанцев, простите, французов и так далее. Когда я была у себя, мне говорили, Центральная Азия, это вот разрозненные страны, там нет координации. Да неправда это. Я побывала на конференции, я удивлена тем, как вы освещаете этот вопрос, как вы говорите, как вы скоординированно, простите, подходите к освещению этого вопроса, как вы обмениваетесь данными, и это впечатляет и радует. Ultima, ultimissima. Valigian ha detto prima che servono definizioni univoche del terrorismo islamico, dell'estremismo, della radicalizzazione. Sono completamente d'accordo e servono a due livelli, quello accademico e quello giuridico. Quello accademico purtroppo in Europa è molto diviso, non c'è ancora un accordo, non c'è, temo non ci sarà mai, su cosa è il radicalismo, la radicalizzazione. Migliaia, decine di migliaia di pagine di autori che non condividono le definizioni e non si trovano d'accordo su un minimo di definizione, quindi è un grosso problema. Ho più fiducia a livello giuridico, dove si può trovare delle definizioni su cui lavorare e quindi andare avanti, però anche qui serve comparare, mettere in comune le esperienze, fare dei confronti e non essere gelosi del lavoro. Quindi è stato interessantissimo e secondo me è una speranza rispetto a come viene fatto molto spesso il lavoro in Europa, che non è il confronto, purtroppo, ma la critica, incrociata. Grazie a tutti. Я абсолютно согласна с нашим коллегой Валимджаном, который говорит, что необходимо работать над единым пониманием, разработкой единого понимания, единого критерия, чтобы могло пониматься под вопросом радикализации, экстремизма, терроризма и так далее. Вот. Это необходимо для двух уровней, для академического и для юридического уровня. Должен сказать, что у нас в Европе, что касается академического уровня, очень-очень много пишется работ. Тысячи страниц написаны. Многие авторы, ученые работают над этим вопросом. Но нет единых разработанных критериев, которые бы использовались при определении этого понятия. Это определение необходимо и для юридических аспектов, для того, чтобы уметь сравнивать, уметь применять вопросы наказания. Но если кто-то в нашей стране начинает подходить с юридической точки зрения к этим терминам, к этим понятиям, его тут же начинают критиковать, тут же шквал обвинений либо критики сыпется в его адрес. И именно я абсолютно поддерживаю ваши идеи в разработке, в выработке этого критерия. И мне очень отрадно, что у вас здесь происходит такой вот обмен мнений. Я хотел бы... Два слова, да? Да, в догонку Ноэми сказать, что я уже слышал от моих израильских коллег, то есть не коллег, а... Правильно, коллеги. Что западные спецслужбы, очень хорошо поставлена оперативная работа, но аналитическая работа из рук вон плохо. Вы сами, телепану ми коллеги, Исмаэль. Италия. Va bene anche francese, De la part de mes collègues israéliens, donc il y avait une remarque, pas vos collègues, non, bon, pas collègues, de mes amis israéliens, j'ai entendu dire que au sein des services de renseignement occidentaux, donc le travail opérationnel est bien organisé, bien structuré, bien mené. Mais ce qui concerne l'aspect analytique, le travail analytique, c'est mal fait. Il y a vraiment des problèmes.
А теперь это, так сказать, подтвердило, так, из двух источников теперь можно верить. Et donc cela a été confirmé. Donc aujourd'hui, j'ai eu la réponse de la deuxième source et donc cette confirmation que j'ai eu. Quoi. И второе, вы сказали, что у вас есть очень сильная цензура, ну, в Европе относительно политических каких-то, относительно терроризма. Скорее всего, автоцензура. Ну, нет, не авто, даже он говорит, не позволяют им говорить. Тогда позовите нас из Центральной Азии, и мы скажем, что король голый. Может быть, вы все потом будете все говорить, а король тоже голый. Vous avez mentionné l'aspect de la censure, donc une censure qui est très forte. Voilà, c'est plutôt l'autocensure, censure politique, l'autocensure. Faites-nous venir en Asie, chez vous et on vous dira que le roi est nu. Et peut-être quelqu'un va vous suivre en disant « Hey, c'est vrai, le roi est nu !» Мы завершаем, да? Да, on termine la session juste des participants de la conférence. Je voulais juste poser une question à Monsieur Sergei Tsoukhan, notre stagiaire, pour avoir son point de vue en quelques mots sur ce qu'il a retenu de la conférence, parce que c'est un étudiant de Master 2 qui fait le stage à l'IFEAC et son sujet c'est précisément le sujet de la table ronde en quelque sorte. Donc il est aux premières loges, donc pour lui c'était formidable d'être là. Donc qu'est-ce qu'il en a pensé en deux mots avant nous? Я хочу задать, вопрос нашему стажеру Сергею, потому что он сейчас учится, является не только нашим стажером ФИАК, но является, защищает свою магистерскую программу Мастер 2 по данной тематике. Для него это как бы первое мероприятие, на котором он присутствовал по своей тематике. Oui, je suis Master 2. Je suis un double diplôme franco-allemand. Maintenant, je m'occupe de politique européenne et de sécurité européenne et stabilisation internationale. Et c'est pas vrai que c'est ma première conférence sur le sujet. Et voilà, le point de vue. Alors chez nous, à Sciences Po, on organise beaucoup de conférences sur le sujet. Donc on a eu Mourad Benchalali, on a eu des autres personnes, des experts. Donc, et ce que j'ai appris ici, que finalement, ce que je lis dans les DACLAD, dans tous les dossiers que je trouve sur Internet, et pendant mes recherches, ce qu'il y a, une vraie différence en ce que les experts ici parlent, disent et savent et ce qu'on sait. Donc je pense que venir ici, ça m'aide. Ce que j'ai appris, qu'il faut être là-bas, parler avec les personnes, s'interroger, poser des questions, se poser des questions et partager des bons moments de savoir. De savoir avec des vrais experts. Merci. Да, действительно, являюсь студентом Master 2. Французский, немецкий будет. Я занимаюсь не только это обучение по европейской политике, но и в частности по международной стабилизации. В Страсбурге. Это факультет политологии. Да, многих из выступающих я уже знаю, с некоторыми лично знаком, некоторых я знаю через интернет, знакомился с их работами. Отличительная черта, что отличает вот этот круглый стол от других мероприятий подобного рода, то что те люди, которые здесь выступали с докладами, с своими выступлениями, они говорили то, что они знают. Этот круглый стол также для меня был возможностью... Sur ce qu'il a retenu de la conférence, parce que c'est un étudiant de Master 2 qui fait le stage à l'IFEAC, et son sujet, c'est précisément
le sujet de la table ronde en quelque sorte. Donc il est aux premières loges, donc pour lui c'était formidable d'être là. Donc qu'est-ce qu'il en a pensé en deux mots avant de... Я хочу задать вопрос нашему стажеру Сергею, потому что он сейчас учится, является не только нашим стажером эфира, но является, защищает свою магистерскую программу «Мастер 2» по данной тематике. Для него это как бы первое мероприятие, на котором он присутствовал по своей тематике. Oui, je suis un master 2 et c'est pas vrai que c'est mon premier, c'est ma première conférence sur le sujet. Et voilà, le point de vue, alors chez nous à Sciences Po, on organise beaucoup de conférences sur le sujet, donc on a eu Mourad Benchalali, on a eu des autres personnes, des experts. Donc, et ce que j'ai appris ici, que finalement, ce que je lis dans les DACLADs, dans tous les dossiers que je trouve sur Internet, et pendant mes recherches, ce qu'il y a une vraie différence en ce que les experts ici parlent, disent et savent, et ce qu'on sait. Donc, je pense que venir ici, ça m'aide. Ce que j'ai appris, qu'il faut être là-bas, parler avec les personnes, s'interroger, poser des questions, se poser des questions et partager des bons moments de savoir avec des vrais experts. Merci. Я являюсь студентом мастер 2, кроме того, французский и немецкий будет. Я занимаюсь не только это обучение по европейской политике, но и в частности по международной стабилизации в Страсбурге. Это факультет политологии. Да. Многих из выступающих я уже знаю, с некоторыми лично знаком, о некоторых я знаю через интернет, знакомился с их работами. Отличительная черта, что отличает этот круглый стол от других мероприятий подобного рода, то что те люди, которые здесь выступали с докладами, с своими выступлениями, они говорили то, что они знают. Этот круглый стол также для меня был возможностью самому задать себе некоторые вопросы, попытаться найти на них ответ, но и также задать вопросы, обменяться опытом, обменяться идеями. Учиться. Опытом. Еще я добавляю, видеть разницу между то, что я читал до этого в интернете, много докладов, отчет и так далее, и то, что... На самом деле я слышал и обменивался с экспертами. Так что обязательно надо быть в регионе и встретиться с ними. Ну надо Катерину проставиться за первую конференцию. А мыть бы надо здесь. Он обижал уже ехал. Donc maintenant, quelques questions de la part du public qui est venu là. Qui veut poser une question? Кто хочет вопрос задавать? Вопросы кто-то, может быть, хочет? Да. Амантур Джапаров? Я вам хотел задать вопрос. Вот вы имеете свой центр медицинский, традиционная медицина. Это как эта идея пришла вам в голову? Или кто-то там этот все-таки подал? И имеет ли какие-то другие структуры, отношения какой-то. La question est telle, donc vous avez votre centre de la médecine traditionnelle orientale, donc vous pratiquez, et d'où vient cette idée? C'est votre propre idée ou bien quelqu'un vous a initié à créer ce centre? Est-ce que vous avez un rattachement à une structure quelconque? Дело случайности. У меня одно из образований именно медицинское. Базовое было, конечно, востоковедение. Но так как 5 лет назад меня лишили всех
тендеров, которые, на котором я мог бы зарабатывать в Казахстане, мне пришлось перейти на вторую свою специальность. Вот и все. J'ai deux diplômes. Le premier, je suis je suis orientaliste, donc scientifique sur les questions des orientales, orientaux, pardon. Et j'ai un diplôme, deuxième diplôme, je suis médecin. Et sachant qu'il y a 5 ans, j'étais privé de participation dans tous les appels d'offres où je pouvais participer, donc j'ai été obligé, j'ai été dans la situation d'être obligé de travailler sur mon deuxième diplôme, sur ma deuxième profession. Еще вопрос? Добрый день, Галина Колодинская, ревет-политолог, Академия ОБСЕ. Прежде всего, спасибо огромное всем докладчикам еще раз за интересные выступления. Bonjour, je m'appelle Galine Rodzinska, je suis de l'Académie de l'OSE. Merci beaucoup à tous les intervenants pour leur participation et pour leur intervention. Я хотела бы задать вопрос господину Тарек Убру, имаму города Бордо. Je voudrais bien poser la question à monsieur Тарек Убру, le grand imam de Бордо. Я хотела бы узнать ваше мнение, как вы считаете, повлиял ли капитализм и неолиберализм в какой-то степени на религиозные ценности во всем мире? Я продолжу еще, приведите, пожалуйста. Je voudrais bien savoir, qu'en pensez-vous si le capitalisme et le néolibéralisme ont fait leur impact sur les valeurs religieuses dans le monde entier? Например, если раньше человек считался успешным, если он был духовно развит, если бы он мудр, то сейчас люди критерием успешности считается наличие денег. Si auparavant le critère d'être un homme avec du succès, c'était d'être sage, d'être intellectuel, etc. Tandis que bien que maintenant, un homme qui a du succès, c'est celui qui a de l'argent. И повлияла ли такая смена полярности, ценностей на мировоззрение самих религиозных лидеров, которые стали иначе интерпретировать духовные тексты? Изменилась своего рода даже теология, как в христианстве и в исламе. Если в христианстве это привело к потере интереса, то есть к секуляризации общества, например, то, что мы можем видеть на Западе, то в исламском мире это привело, наоборот, к радикализации верующих. Справедливо ли оценивать современные процессы, связанные с религией в современном обществе, именно с влиянием капитализма на умы людей, прежде всего религиозных лидеров? И как мы, alors, mais dorénavant, les leaders spirituels sont dans la situation de traiter les textes compte tenu de ce changement et l'influence capitaliste. Et donc si par exemple ce changement dans le christianisme a amené à la sécularisation de la société, à l'islam on voit bien la radicalisation des adeptes. Et donc comment alors, est-ce que les leaders spirituels doivent maintenant traiter des textes différemment compte tenu de la situation capitaliste? C'est une vaste problématique. C'est pour la conférence de l'année d'après. C'est un très long sujet, très long sujet, très long sujet. Rapidement. Si vous voulez, вкратце. Le capitalisme, il est en train de phagocyter et le politique et le théologique. Et un capitalisme он как бы да съедает изнутри и политический строй и религию. Aujourd'hui, l'économisme, c'est intégriste économique et le paradigme qui explique en grande partie tous les événements qui traversent le monde, y compris la violence de la radicalisation. Капиталистический парадигм он пронизывает все свои общества, и это все еще связано с глобализацией. Et on ne le sait que très bien, les guerres, ce sont les bras séculiers de l'économie. А войны – это определенные механизмы экономического воздействия. Je ne vais pas entrer dans des considérations géopolitiques pour proposer quelques analyses qui nous permettent de comprendre la petite part de la radicalisation
de ce phénomène de la mondialisation de l'économie qui réduit les individus à de simples consommateurs avec la disparition de l'esprit critique. Я не хочу вдаваться в широкое определение, широкий геополитический анализ вашего вопроса, но хочу сказать, что радикализация, она затрагивает глобализацию, экономическую глобализацию общества, при которой индивидуум становится обычным потребителем, и у него исчезает критическое мышление. Il y a un clonage de la pensée, de l'esthétique, des goûts pour vendre le même produit. Давайте возьмем даже то есть клонирование эстетики потребления продуктов. Чтобы не Униформизировать les goûts, les pensées pour vendre le même produit. Чтобы один и тот же продукт. Покупали люди. Donc en vérité, l'individualisme qui était une libération de l'individu au 19e, 20e siècle est devenu un émiettement de l'individu isolé pour pouvoir être une proie plus facile à cette agressivité économique. Индивидуализм, который был присущ 19 веку, он сейчас изменился в сторону изоляции потребителя с тем, чтобы им можно было проще манипулировать. Pour la deuxième partie de votre question, qui est la sécularisation de l'islam. Non, sécularisation du chrétien. D'abord, de l'islam. Oui, ça c'est fait pour le christianisme. C'est fait en partie parce que il y a un phénomène de désécularisation, un retour au religieux qui traverse le christianisme. Moi, je peux considérer que Bush est un intégriste chrétien et qui agit au nom de sa foi. Mais il ne dit pas son nom. Il l'a dit clairement. Non, mais pas aussi explicitement que les terroristes. Il a parlé de croisades. donc, les formes de terrorisme de l'État, des empires, là, on va entrer dans d'autres catégories de terrorisme qui est légitimé par le droit, par le politique, etc. Mais là, on va partir dans tous les sens. Il faut rationaliser notre problématique. Le propre de la science, c'est de rationaliser le problème, donc on va essayer de limiter la problématique. La question de la sécularisation de l'islam, bien sûr, l'islam a toujours été interprété à la lumière de la réalité, ce qu'on appelle la théologie de la réalité, l'épistémologie de la réalité, c'est-à-dire c'est la réalité qui détermine la méthodologie de l'interprétation des textes. Il y a l'interprétation fondamentale des textes, comprendre le texte dans l'univers du texte, comprendre le Coran dans le moment anthropologique coranique, ça c'est l'exégèse fondamentale. Le comprendre ici, maintenant, ça demande une autre épistémologie qui part de la réalité. Et donc ce sont le docteur, les herméneutes qui font ce travail-là. Говоря о секуляризации христианства, тут мы возразили, ваш вопрос касался секуляризации. Да, потери интереса к христианству. Да, потери интереса. Он говорит о том, что в принципе есть одна связь между исламом и христианством. Но здесь наблюдается другой момент, десекуляризация, то есть возвращение к исламу, к христианству. Я, например, считаю, что Буш – это интегрист, христианин-интегрист. Я уже отставляю понятие государства, империи и так далее. Но Буш, например, действовал, исходя из своей веры. Вот. Что теперь касается интерпретации Корана и вообще священных текстов, священных писаний, есть такое понятие, как теология реальности или эпистемология реальности. Коран трактуется в определенный момент времени. Но трактовка Корана вне аспекта времени этим занимается, вернее, неправильная трактовка Корана этим занимается доктор Эзер Миньо. Так, трактовка сегодня, сейчас, это должны... Нет, экзегеза. Толкование. Толкование священных текстов. Да. Да.
Можно я добавлю здесь немного, да? Я хотел бы сказать, что если тематика касается именно секуляризации, да, разделения, спасибо. Еще в X веке здесь, на территории Центральной Азии, между прочим, уже поднимался вопрос о разделении религии и политики, религии и государства. Об этом писались. Даже и сам Абу Ханифа разделял, допустим, религию, понятие ислам и понятие имам, разделял, и в этом, допустим, тот же прецедент, когда он не согласился стать судьей, а остался именно на должности муфти. То есть выдавать фетвы, и это одно, а быть судьей — это уже решать какие-то политические проблемы. И по поводу интерпретации Корана, все в зависимости от интерпретатора и его культуры, в которой он рос, становился как интерпретатор. К примеру, возьмите даже того же муфассира, толкователя Корана Куртуби, и возьмите, который был в Андалусии, и возьмите, допустим, интерпретатора, который был на территории Центральной Азии в лице того же имама Матуриди, как они интерпретировали коранические аяты, где призывалось, допустим, убивать язычников, да, где вы их не найдете и так далее. Где вы их найдете, там же убивать есть такие аят в суре покаяния. Да, да. Фактулюхум хайсу ваджатумух. Есть такой аят. Если посмотрите, допустим, посмотрите Куртуби, да, там то время, тот период, в котором он жил, и та политическая, социальная, экономическая ситуация, которая окружала то местность. И посмотрите, допустим, здесь интерпретаторов и то положение, в котором они жили. И было такое понятие, как Даруль Салям, или Даруль Ислям, да, или же Даруль Харб, или же там территория войны, территория мира, то здесь, допустим, мусульманский мир. Все, и их интерпретации вели к тому, что только при нападении, или же только при случае такого, что вести только нужно оборонительную войну, а интерпретаторы, те, которые жили на территориях, которые окружал еще тут христианскими, они уже вели более другие. Допустим, в Куртубе, где вы их найдете, он понимал это буквально. И тем более сегодняшние радикальные течения, они вот берут именно те толкования, которые соответствуют их убеждениям. Concernant le sécularisme dans la religion, donc et la séparation de la religion du pouvoir de l'État, cette question a été déjà posée au Xe siècle en Asie centrale, la question de séparation du religion du pouvoir de la religion de politique et de l'État. Donc, par exemple, je peux vous dire que Imam Abu Hanife, il a refusé le poste du juge pour devenir pour rester mufti. Donc il était grand interprétateur, du Coran. Et donc je peux dire que la culture d'interprétation du Coran est conditionnée par des situations, par une ambiance dans laquelle se trouve cet interprèteur. Andalousie, c'est une ambiance. En Asie centrale, c'est une autre. Par exemple, Maturidi a. Il a interprété à sa manière le Coran. Il y avait, c'est la période dans laquelle il vivait. Donc, Courtebi, par exemple, il a interprété à sa manière dans la suivant les conditions de la période dans laquelle il se trouvait. À cette période-là, il y avait de telles notions comme Daru Salami, Daru Islam, ou bien il y avait un verbe, un ayat, un prévoyant, ou bien obligeant des adeptes de tuer des païens. Donc tout ça, tout dépend. Pas tuer, de combattre. Non, il a dit tuer. Non, justement, c'est ça le problème. C'est pas le crime, c'est le combat. C'est un combat. Vous continuez le verset. Là, on a que le qital, laissez le khat. Le qital.
Vous terminez le verset et vous allez interpréter le qital dans le sens du combat. Конечно же, условия, в которых находятся интерпретаторы той или иной суры, той или иной части Корана, период, в котором они находятся, конечно же, обуславливают саму интерпретацию. Но если у нас два богослова, у нас всегда три мнения. Si nous avons deux théologues, on a trois opinions au moins. Il y a qu'un seul opinion. Dernière question. Il faut lire le texte. Passez une vacances. Хорошо, спасибо. Je m'appelle Джамби, je suis journaliste et enseignante. Я спрошу на русском, и потом сама переведу. Помогу Дмитрию. Это вопрос, прежде всего, господину Тареку Бру, но и ко всем тоже. Значит, уважаемый имам, я посмотрела, это очень известный человек во Франции. Я, насколько представляю, и сам он мне чуть-чуть говорил, вот в какие-то короткие вот моменты разговоров, что он представляет ислам либеральный, да, ну или во всяком случае его, как бы, ну если не проповедует, как бы, он вообще сказал на одной встрече, что у него новая доктрина, да. И, кстати, у меня вопрос обывателя, я не специалист по исламу. Вот в прошлом году была конференция очень интересная, которую Кадыр Маликов организовывал, и там как раз этот вопрос ставился. И о исламе, который вот якобы сейчас зарождается, ну или разные формы появляются в Европе, и в том числе ислам либеральный, и о нем говорили очень с критической стороны, причем теологи, так сказать, ну, рационалистического толка, или те, которые как раз хотят, или ратуют за ислам, как бы спокойный, интеллектуальный и так далее. И чуть ли не говорили о нем как о исламе, который служит как бы интересам, скажем, Запада, ну я так обобщенно скажу, то есть он соответствует тем ценностям, которые сейчас важны, так сказать, западному сообществу с официальной точки зрения. И мне интересно, в общем, мнение тоже других экспертов по этому поводу, те, кто захочет, так сказать, высказаться. Monsieur Tariq Brou, c'est une question pour vous. Vous m'avez dit, et même quand vous étiez, quand vous avez répondu aux questions il y a deux jours pendant le concert, vous avez dit que vous êtes auteur en quelque sorte d'une nouvelle doctrine à l'islam, et c'est l'islam libéral. Normal, mais j'ai pas eu le temps de voir tous vos interviews sur YouTube, mais bien sûr je suis allée, j'ai vu, mais il y a souvent, même dans l'article de Wikipédia qui s'ouvre tout de suite, on parle que voilà, Tariq Brou, il est как проводник, oui, médiateur de l'islam libéral. Et donc, je me souviens, je ne suis pas spécialiste spécialement de l'islam, disons, je suis juste réalité de nouvelles, disons. Et j'ai participé l'année dernière dans une conférence, très grande conférence, où il y a une partie Rassim était là, je me souviens, et Nourlan, etc. Et donc, il y a des théologues de Russie, de Kazan, je me souviens, qui parlaient, je crois, ou de Moscou, qui disaient que c'est très, très dangereux ce qui se passe en Europe maintenant. On commence développer de l'islam libéral, et en fait, c'est un peu l'islam, ce qu'on dit aussi en russe, как гручной ислам, да, можно так сказать, qui sera servi aux valeurs, disons, des pays occidentaux, etc. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment comme ça? Et d'autre part, si c'est vrai, est-ce que c'est pas une potentiellement aussi quelque chose qui va ajouter aux radicalisations, etc., etc. Merci. On peut reprocher à ces mêmes mouftis le même problème. Ils sont au service des politiques des pays où ils vivent. C'est pas un raisonnement. C'est pas un raisonnement d'un théologien. Il doit discuter les idées élaborées.
Je vais peut-être je vais préciser ici. Il faut traduire d'abord. Можно упрекнуть этого муфтия в том, что он неправильно привел аргументы в защиту своей идеи. Он тоже на службе своей. Да, он тоже на службе, я поняла. Здесь он говорил с точки зрения, знаете, есть поговорка, такой ислам выбрасывает как бы ребенка, есть же это с вазой, да? Да, это Фейербахска. То есть Маркс сказал про Фейербаха. Ну вот, хорошо, но суть остается, то есть самое важное выбрасывать. Выбросил ребенка из... Donc c'est dans ce connexion, il a dit. Donc ce islam-là, il peut jeter donc l'enfant. On connaît les arguments qui accusent d'abord l'intention au lieu d'étudier le produit théologique. Moi, je ne me considère pas comme un libéral. Je me considère un théologien qui pense sa religion dans son monde. Marqué par la civilisation occidentale. Comme l'islam a été concepté, théorisé dans une civilisation gréco-romaine, il faut savoir que toute la théologie et tout le droit canon est formalisé souvent selon la méthodologie grecque. L'islam a recyclé à sa manière toute la pensée grecque. Une religion qui ne parle pas, qui n'entre pas en interaction avec son monde, c'est la théologie autiste. Et qui est une idéologie fermée. Il y a ce qui est invariable dans l'islam, il y a ce qui est variable dans l'islam. Donc il faut séparer les paramètres, les constances, les constantes et les variables dans une équation. Le dogme ne change pas. L'unicité de Dieu, ça ne change pas. Les dogmes ne changent pas, c'est-à-dire les croyances ne changent pas. Le culte ne change pas. Dès qu'on est dans l'éthique et le droit, là, on doit intégrer les variables sociologiques. Тоже сказать, что я не либеральный теолог, я обычный нормальный теолог богослов. Вот, но все наше толкование. Идеологическое толкование идеологии основывается на греко-романской идеологии, методологии. Аустическая идеология – это закрытая идеология, поверьте мне. И догмы, она не меняется. Бог не меняется. Вера в Бога не меняется. Культ не меняется. Меняются только обстоятельства, при которых мы... используем те или иные понятия. Ils ont été toujours ouvertes, malgré. Je travaille sur une orthodoxie minimaliste, c'est-à-dire réduire les dogmes à ce qui est le plus essentiel en matière de la foi, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, la résurrection, les croyances qui ne peuvent pas être vérifiées par la science. Ce sont des dogmes. Et puis les cultes, les cinq piliers de l'islam, les cinq prières, le jeûne du mois de Ramadan, c'est le culte, il ne change pas, parce que c'est un langage symbolique qui met l'individu en connexion avec la divinité. Mais dès qu'on est dans l'horizontalité, c'est-à-dire le rapport avec soi-même, la famille, la société, l'éthique et le droit, on conserve les valeurs qui sont la justice, la bonté sont des valeurs qui ne changent pas, mais les règles et les lois qui traduisent ces valeurs dans une situation donnée, elles évoluent. Donc le droit musulman évolue, l'éthique en tant que négociation d'une valeur universelle à une situation donnée, évolue. Donc tout n'est pas sacré dans la pensée musulmane, tout n'est pas figé. Le problème c'est qu'on a cultualisé, on a sacralisé le droit canonique du Moyen-Âge, et on a infaillibilisé la théologie du Moyen-Âge. Moi, je suis un mujtahid, donc j'ai ma doctrine. Donc, et c'est très difficile pour le commun des gens de distinguer entre le docteur, le théologien mujtahid, et le simple imam, le simple mufti. C'est ça le problème. C'est comme vous n'avez jamais fait les mathématiques, vous aurez du mal à distinguer entre celui qui a une licence en mathématiques et celui qui a le prix Fields en mathématiques.
C'est ça le problème. C'est que vous avez devant vous des gens, mais vous ne savez pas leur gabarit théologique. Mais dès que les savants se rencontrent entre eux, ils échangent les informations. Là, on sait qui la distinction entre le cheval et l'âne. Я сторонник минимизации ортодоксальных догм. Вера остается одна, культ остается один. Вот давайте, если возьмем у нас, допустим, ислам, да, пятикратный намаз, он как был, так и остается, да, а Рамадан остается один. То есть это культ, он не меняется. Но когда мы входим в горизонтальную плоскость отношений, например, религия и семья, религия этика, религия права, религия юриспруденция, религия государства, мы должны рассматривать то, что семья меняется, этика меняется, право меняется, дополняются нормативно-правовые акты, изменяются, упраздняются. То есть в данном смысле мысль, религиозная мысль верующего, она уже меняется, изменяется. Я сам сторонник канонического права. Я каноник. Все то, что мы берем в исламе, оно было создано в средние века, оно сейчас трактуется таким образом, как оно было в традиционном исламе в средние века. Но если мы сравним муштаида и обычного муфтия, это то же самое сравнивать, как математика, получившая Нобелевскую премию за свои открытия, и обычного математика. Давайте не будем сравнивать, простите меня, лошадь и осла. А другие вопросы другие? Mais vous avez dit vous-même, quand vous avez commencé votre discours hier, que l'islam, là j'ai écrit en russe, вы сами сказали, что это вопрос очень комплексный, он разноплановый, разной интенсивности, разной энергетической, и очень много эпитетов добавили. И спиритуалité se veut mal éclairée. Vous avez parlé qu'il y a les différents niveaux, côtés de rapproche à cet islam. Donc, et aussi tous les problèmes que nous voyons aujourd'hui, toutes les diversités intérieures de l'islam. Donc c'est un petit peu contradiction. Mais bon, je ne veux pas... Non, il y a des principes qui sont partagés par tous les musulmans, quelle que soit l'époque, quel que soit le contexte. Le dogme, le culte et les valeurs éthiques universelles. Le reste, les musulmans vivent dans des cultures et dans des régimes politiques différents. C'est aux théoriciens de l'orthodoxie, de l'orthopraxie, de penser l'aspect culturel de la traduction de l'islam dans un contexte donné. C'est-à-dire qu'il y a une décentralisation de l'ijtihad. Il n'y a pas d'église centrale, il y a des valeurs partagées, mais chaque communauté spirituelle en Russie, ce n'est pas le même contexte qu'en Amérique, c'est aux communautés musulmanes de trouver justement le régime théologique, le régime orthopraxique qui leur permette de s'intégrer dans la civilisation. Parce que le problème des musulmans, c'est qu'ils n'arrivent pas à sortir de la logique de la civilisation. L'islam était une religion qui est devenue une civilisation sous l'effet de l'histoire. Mais l'islam n'est pas une civilisation. C'est une spiritualité des valeurs qui circule dans le temps et dans les civilisations. Si on vient... En tant que civilisation, on va organiser le choc des civilisations. Or, la civilisation arabo-musulmane est une civilisation abrogée, périmée, qui n'existe plus. Et donc, cette confusion entre la logique de la spiritualité et la logique de l'identité civilisationnelle, c'est la source du malheur de beaucoup de musulmans. Dogme, culte. Они остаются одними и теми же самыми. Всеобщие, универсальные ценности, они остаются теми же самыми, они не меняются. Меняется только контекст, в который они вписываются. Ортопраксическая теория
она остается одной и той же. Ценности, разделяемые ценности, они остаются теми же самыми. И единственное, что меняется, смотрите, религия, которая децентрализована, в России, например, свое трактование, да, простите, свой контекст, в который вписывается религия, и меняется дух, духовность, да, меняется просто духовность людей, меняются эпохи. Проблема в цивилизации, арабской цивилизации, мусульманской цивилизации не существует как таковой. Ислам – это не цивилизация. Ислам вписывается в цивилизацию. И те, кто трактует иначе, они глубоко ошибаются. Il y a quand même Daesh qui tue les autres musulmans. Il n'y a pas homogénéité. Но есть Даэш, последователи которого убивают других мусульман. И я Даэш, ки тю les мусульман. Les uns qui tuent les autres. C'est ça le problème. Justement, le terrorisme, c'est une implosion. De toute façon, c'est que ceux qui menacent les civilisations et les religions, ce sont généralement des menaces à l'intérieur. Moi, je dis toujours, ce qui menace l'Occident, c'est l'Occident. Ce qui menace l'islam, c'est l'islam. Ce qui menace le christianisme, c'est le christianisme. On l'a vu de par l'histoire. Ça veut dire que les violences les plus inouïes s'opèrent à l'intérieur d'une tradition, à l'intérieur d'une civilisation. C'est comme les conflits dans les familles. Ce sont les plus violents. Что угрожает цивилизации? Сама цивилизация. Запад угрожает сам себе. Ислам сам себе угрожает, христиане сами себе угрожают. То, что происходит на Западе, это, понимаете, сравнимо как проблема, внутренняя проблема семьи. То, что происходит конфликт семьи, значит конфликт семьи. И поэтому цивилизация угрожает только сама себе. C'est pour cette raison, je ne crois pas au choc des civilisations. Je crois à l'implosion des civilisations, des systèmes de l'intérieur. Именно поэтому я не верю в шок цивилизации. Я полагаю, что проблема возникнет только в том, что когда цивилизация, да, цивилизация на цивилизацию пойдет. Изнутри. Что угрожало коммунизму? Только сам коммунизм. Le capitalisme, ça va être la même chose. В случае капитализма будет то же самое. Dernière minuscule question à celle. J'ai peur que c'est pas vraiment minuscule. C'est une question à passer à M. Wassim. Je m'appelle Assel, je suis enseignante à sciences politiques ici à Bishkek. Donc, je demande pardon si je répète quelque chose qui a été déjà couvert hier. Je n'ai pas pu participer à la conférence. Mais comme ça me concerne personnellement, je veux vraiment savoir votre opinion. En fait, je voulais reprendre votre thèse que l'islam offre aujourd'hui en fait, un cadre révolutionnaire. Et si je comprends bien ce que c'est été aussi dit par Olivier Roy dans ses dernières analyses des djihadistes aussi, qu'en fait c'est pas l'islam mais c'est le militantisme en fait. Mais ma question c'est plutôt hypothétique. Combien de temps vous pensez que djihadiste va offrir ce potentiel révolutionnaire? Et ça je pense est lié au retour religieux dont vous avez parlé. Je ne sais pas comment, quel est le retour du religieux dans d'autres régions du monde, mais si vous pouvez juste deux minutes au Kyrgyzstan, je dirais aujourd'hui que le retour religieux est très partiel. Donc en fait ce sont plutôt des convictions fragiles d'un côté. D'autre côté, le culte est plus important que les contenus, si on peut dire. C'est-à-dire le prier, c'est beaucoup plus important que le rapport à la société, au Dieu, etc. Et puis, et il y a une cohabitation très bizarre entre des idées plus radicales et moins radicales. Tout ça pour dire que
si aujourd'hui le retour pour religieux est tel, est-ce qu'il va continuer à offrir une base temporaire ou une base plutôt longue dans l'avenir en tant que réservoir révolutionnaire? Hassel, je vais traduire juste très en russe ce que vous avez dit, pas le milieu mais le début et la fin. La question, quoi. Les collègues ne comprennent pas le français. Значит, мой интерес заключается в идее Васима по поводу того, что джихадизм сегодня представляет собой единственную революционную предложение. И мой вопрос заключается, наверное, больше гипотетически, то есть как долго он будет представлять собой такой революционный резервуар, потому что кому он выложит ее усилия в национализме, это или зот выйдет, если он выйдет аморф оси. А если са оси перут аморф, окей? То есть другие идеологии, как мы сегодня видим, национализм и социализм, т.д., они более пустые и аморфные. То есть как долго еще джихадизм может представлять собой этот революционный потенциал? Oui, oui. Donc, bon, déjà je vais commencer par quelque chose. Le sécularisme et l'absence de religion est une parenthèse très courte dans l'histoire de l'humanité. Ça, il faut le constater. Небольшого такого вступления относительно того, что секуляризм и отсутствие религии протекало в истории человечества очень короткий период времени. Donc même ce que je dis d'ailleurs dans la conclusion de mon livre, que la religion, elle reste moteur dans la plupart des régions du globe. Ça veut dire le président américain il jure toujours sur la Bible. Le président russe avant d'envoyer ses bombardiers vers la Syrie, ils ont été bénis par le patriarche Kirill. Même la cellule antiterroriste des renseignements français, elle s'appelle Alat. Donc Alat, c'est la seule déesse païenne citée dans le Coran, comme l'ennemi absolu de l'islam. Donc même inconsciemment, les sociétés restent foncièrement religieuses, et la preuve est que, c'est pour ça que moi je dis et je répète, que ce qu'on peut qualifier de radicalisme n'est pas du tout folie, parce que quand il y a un cartoon fait dans un journal français, ça mobilise des millions au Pakistan, ils ne sont pas tous fous. Il y a eu un film d'une minute qui ridiculisait le prophète Mohammed fait aux États-Unis par un copte égyptien, inconnu, insignifiant, ça a quand même mené à la mort du consul américain en Libye, lynché par la foule. Donc, le religieux est partie prenante de notre vie en tant qu'humain depuis toujours. Sauf la région post-soviétique est différente. Attends. Продолжение. Хочу сказать, религия, она является двигателем прогресса, двигателем во всем мире. Например, американский президент... Прогресс. Американский президент приносит присягу на Библию. Россия перед отправкой своих бомбардировщиков просит этого благословения патриарха, освящения патриарха Кирилла. C'est pas avec la bénédiction des mouftis de Russie. Aussi. Il y a tout le monde. Ici, il y avait les trois représentants. Oui. Avant d'envoyer la police militaire à Tchétchène, ils ont la bénédiction des mouftis. Sophie. Минутный фильм, который был снят относительно убийства одного копта в Египте, привел к чему? Привел к убийству американского консула в Ливии. Фильм, который сделал про пророка. Нет, комикс про пророка Мухаммеда, он принес, знаете, каким привел последствия? Смерть консула в Ливии. Ну и не только. И атентат.
C'est autre chose. Et le nom de la cellule. De la cellule Alat. Au canard enchaîné, parle de canard enchaîné. Le nom de la cellule anticarroniste. Et on n'avait pas parlé de canard. Il est subliminal, mais nazvaillé. C'est bien. Ok. Non, il y avait quelque chose? Non, c'est bon. Voilà. Donc, votre réponse, que ça va continuer à être... Ma réponse, ça va continuer. C'est que le début, c'est ça? C'est que le début. Voilà. Pour moi, le djihad, c'est l'affaire du siècle. Parce qu'il faut rappeler, et on ne l'a pas rappelé, et peut-être que je ne l'ai pas dit, que les djihadistes sont contre tout. Sont contre l'islam traditionnel dans leur propre pays, contre les représentants de la religion musulmane dans différents pays, reconnus ou pas reconnus, au moins reconnus, contre l'autorité des clans et des tribus dans les pays, par exemple en Irak, la Syrie. Moi j'ai suivi ça de très près et j'ai vu comment ils détruisaient le tissu clanique pour avoir l'adhésion de la population. Et donc c'est pour ça que je dis révolutionnaire, moi. Ils sont contre les systèmes capitalistes, contre les... Et parfois, quand on travaille vraiment sur ce sujet, on découvre beaucoup de choses qui sont inattendues, mais qui parlent directement à des problématiques locales. Je donne un exemple très concret. Les Shababs en Somalie, par exemple, il y a eu une recommandation directe de Ben Laden, par exemple. Il a dit, chaque fois que vous coupez un arbre, replantez un arbre à sa place. Donc c'est écolo. Mais ça parle à une problématique très locale. Quand l'État islamique a commencé sa gestion de Raqqa comme une ville, l'administration de l'eau, parce que les Turcs en avaient profité pour fermer leur barrage parce que l'Euphrate part de Turquie, donc il y a eu des pénuries d'eau à Raqqa, ils ont sensibilisé la population avec des flyers, etc., comment utiliser l'eau. Donc c'est pour vous dire que c'est des gens très rationnels et très pragmatiques. Et moi, ce que j'ai écrit dans le livre en 2016 sur la gestion des populations et l'administration des villes, par des infos que j'ai eues de première main, ça se confirme aujourd'hui par des confrères qui ont été à Mossoul, dont la fameuse Rukmini Kalimachi qui est du New York Times, et qui a consulté toute la documentation de l'État islamique, qui prouvait comment, ce que je disais moi dans mon livre, sur le côté de la gestion des villes, le ramassage des ordures, la justice islamique, certes islamique expéditive, mais rapide. Est-ce qu'il parle aux populations? C'est ça aussi qui est important. Moi, j'ai suivi un cas très concret à Raqqa, et je vais terminer là-dessus. Et j'ai tout un chapitre dans mon livre sur le traitement des chrétiens par l'État islamique à Raqqa et à Mossoul, les différences entre les deux. Je vais donner un dernier exemple sur un truc très concret à Raqqa. Il y avait une famille chrétienne qui avait un terrain à Raqqa qui était occupé par l'armée syrienne depuis les années 70. Ils n'ont jamais pu récupérer leur parcelle. Donc quand il y a eu la révolution, les rebelles ont remplacé l'armée syrienne. Ils n'ont jamais pu récupérer leur terrain. Quand l'État islamique a contrôlé Raqqa, ils ont été se plaindre au juge islamique, il leur a redonné leur terrain. Donc, voilà, dans ces pays, les populations, quelles qu'elles soient, elles ont besoin d'ordre, d'où qu'il vient. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Et ça, les djihadistes l'ont très bien compris. Donc dans le djihad de ces groupes, il y a le djihad armé, mais il y a aussi le social qui est très important et sur lequel ils capitalisent et parfois ils performent mieux que des États. Les djihadistes, они... Да, это будет продолжаться. Это будет продолжаться всегда. Джихадисты, они выступают против. Они против всего. Они против ислама, они против власти, они против семейно-кланового правления, они против капитализма, и именно в этом плане они выступают своего рода как революционерами. Они действуют над решением локальных проблем, например, Шабаб, это значит, что это, если срубил дерево, вот после смены режима, если вы скупаете дерево, нужно посадить другое. Это экологическое экологический подход. Это очень рациональные, прагматические люди. Например, в исламском государстве я был в Ираке. Они занимаются управлением городов. В Ираке, например, вот
Знаете, был такой случай, если хотите сказать относительно рациональности и практического решения локальных ситуаций. С 1970 года в Ираке проживала одна семья христиан. И у нее забрали землю, и они никак не могли получить, вернуть себе эту землю. Но как только пришло исламское государство, они обратились к исламскому судье, и им тут же вернули землю. Я это говорю для чего? Для того, чтобы сказать, что эти люди подчиняются порядку. Ищут порядок. Люди ищут порядок, и джихадист, любой человек ищет порядок, а джихадисты, они его предоставляют и могут предоставить. Хорошо. Я думаю, что можно завершить, да? Да. Да. Я думаю, что спасибо. Я могу сказать спасибо большое всем. Merci beaucoup à tous les participants de la table ronde. Merci à tous ceux qui sont venus un samedi matin. Спасибо за всех, которые суббота утром пришли нас слушать. И особенно я хочу, чтобы мы похлопали для перевода, потому что это был очень тяжелый, очень тяжелый. Oui, je suis très contente d'être directrice et non pas traductrice. Merci beaucoup à tous. Et on a vraiment terminé cette fois-ci la table de radicalisation de la société. Je pense qu'il y a une petite dernière question qui va être posée hors micro à Tarek Kourbous. Il a encore un tout petit peu de force. Non. Mais je pense qu'il a l'énergie spirituelle renouvelable. Et merci à tous les collègues, merci à tout le monde. Seriously, in the beginning, and if you remember this tale, it was a small girl, a boy, he was sitting here, yes, he was shouting, a король так, малый! Нет, если вы прочитаете без братьев Карамазовых, потом Шолохов, это будет вся вот эта история. Вся гавка. Но это вещь, а не потому.